слава благодарение за Твою милость к нам, Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Так, напомню кратчу историю возникновения поселка Сиопсина. В 91 году, 14 мая, мы сошли с поезда, я был, со мной была Валентина Афанасьевна Шитика и Надежда Васильевна. Было у меня, значит, 10 гусят, привез я с Киргизии, и 2 курочки и петушок с хозяйством таким приехал. Дошли до первых березок, помолились: «Господи, если угодно тебе, то благослови здесь нам поселиться. А если нет, то...» Ну и все, разбили палатку, где там лагерь, на том месте. Палатки 2 разбили. Вечером пошел, я корову даю, на урывку договорились, на чьи корову кто продает. Все, вернулись утром, 4 часа мы с Надеждой Васильевной вышли туда. Взяли корову, к обеду мы уже ели свое молоко дома. Но денег больше не было ни копейки в кармане. 1700 за корову отдали. Делали мы все лето, сама делали сами, там это, где добывали, что могли, там это. Не то, что сейчас. Сейчас закажи, тебе вагон лесу привезут и сложат, и цементу там сколько угодно. Говорят, тогда так, надо в цемент. Я поехал в Искитим. Они говорят, в частные руки только 50 килограмм продаем. Так нам, мы строимся, нам надо цементовоз. Нет, не продаем. Доверенность будет от хозяйства. Я Валерию Григорьевичу Катникова. Вот. Он мне, значит, выписал доверенность. По этой доверенности тогда я уже опять еду в Искитим отсюда. И там тогда цементовоз уже продает нам цементовоз. И мы с сестрой, с Валентиной везем. А Павел здесь уже прочищал в дороге. Был это февраль месяц, метель, где вот эти лесополосы, как в Скорте наехали, то между лесополосами был туннель из снега, выше роста, там 1 метр 2 с лишним такой было, только снегу было много проехали. Но привезли цементовоз мы, в это вывезли. Также всякие материалы было с трудностью доставать, чтобы выписать 10 кубометров досок, нужно было, собиралась районная сессия. На районной сессии решали, продать нам или не продать 10 кубометров досок. Вот такое было. Значит, это. Но все-таки делали, помаленьку делали, что-то лепили. То, что было, кто из чего лепил, тот и лепили. Первый дом саманный сделанный. Вот кто приезжали, Игорь Барабаш, у него из камыша дом. Это снаружи он тут кирпичом, а внутри камыш. Видно, косил камыш. 2 года косил, заготовил 2 зимы камыш, а потом это как утеплитель у него камыш. Вот. У плотников, у них опилка бетон, это снаружи кирпич там, а внутри опилки с песком, с цементом. Разные были. Вот. Кирпичный дом только у меня. Почему? Мне этот кирпич весь, это мне по указу президента. Да, указ такой вышел. Кто из города приезжает и занимается сельским хозяйством, то подъемные давали 300 тысяч на главу хозяйства и 60 на члена семьи. Мне выделили 360 тысяч. Я сразу их перевел на кирпичный завод в Паново. И вот кирпич навозил на дом, как раз мне кирпича хватило. Так вот, такие трудности были. Но как зарегистрировать поселок, чтобы восстановить? Местные были категорически против, даже грозились, что мы, если будете там строить, то мы бульдозером развалим. Опасение было такое, а что там, пошлют пьяного тракториста еще бутылку, а что он, пьяный-то может что угодно сделать. Но не было. Но когда к зиме все прибрались, все, я попросил сестру с Новосибирска, она приехала здесь по хозяйству, потому что корова была уже, лошадь была из Изумруд, и я поехал в Москву. В Москве там был у нас знакомый священник, отец Глеб Якунин. Он был депутатом в Думе в то время. С ним созвонился, он выписал мне пропуск, встретил меня и провел по комитетам. Я все там заявление оставил. После этого мнение местных властей изменилось. И за подписью тогда председатель Краевого совета депутатов, сейчас как губернатор,
Суриков. За его подписью было принято решение, рассмотрев материалы о восстановлении статуса бывшего поселка Потеряево, Корсунского сельсовета Мамцовского района и руководствуясь указом Президиума Верховного Совета РСФСР 18 августа 1982 года по порядку решения вопроса административно-территориального устройства РСФСР, Малый Совет Краевого Совета Народных Депутатов решил восстановить поселок Потеряевка Корсунского сельсовета Мамцовского района. Обязать начальников отделов и управлений комитетов администрации края, председателя Мамутовского районного совета народных депутатов провести соответствующие мероприятия, связанные с изменением административно-территориального устройства. Это было от 23 марта 1992 года за номером 47, за подписью Сурикова. Впоследствии он был губернатором какое-то время, потом был назначен послом в Беларуси, но сейчас это на пенсии, наверное, потому что он... Вот так вот было это, но это даже далось легче нам, чем дальше-то. Дети, школу. Школы никак нет. Опять мы заявление пишем, приглашает нас Игорем Барабашом на сессию в районную сессию. На районной сессии решают, как нам учить детей. Выступают депутаты. Там много было депутатов, разные. Ну, начальство, все там, может, человек 30 было. И вот и говорят, а вы нанимаете частных учителей. Ну, как частных? Почему частных? Из вас кто частных нанимает? Никто не нанимает. Надо смотреть, как у вас еще какие учителя. Ну, какие учителя у нас с дипломами, которые получили в государственном учебном учреждении, в институте. Такие у нас учителя. Ну и вот решали. Человек, Фриц, фамилия его, немец. И он так сказал, говорит, мужики, я не пойму. Вы русские, и у вас русские просят. Что они просят? Что-то отнять из бюджета или чего? Ничего. Чтобы только зарезать школу была. И вы так это, говорит, относитесь. Ну, после этого все-таки там долго, видать, решили, как бы у нас уже в Корсунской школе. А теперь вот это была ошибка, думаю. Надо было бить, чтобы самостоятельно была школа. Но самостоятельно, видите, мы хотели сделать, чтобы как бы муниципально отдельно была от Корсунской. Не получилось. Потому что сделан закон так, что если бы Корсунские все проголосовали за то, чтобы мы отделились, как бы, то тогда да. А там, значит, собрали как сход, и на сходе то, например, против. А вначале сказали, что если будет так Потеряевка, то весь бюджет Корсуна уйдет на Потеряевку. О каком бюджете там это неизвестно говорится. Наконец, школа у нас была, значит, в школе. Первый выпуск был Барабаш Мария Игоревна, Желтухина Екатерина, Желтухин Евгений. С отличием закончившие. Седьмой, это было 5-6 год, а школа с 97 года. У нас образовал. Первый за 97 года. 2007-2008 год. Барабаш Терентий с отличием закончил. Лужкова Екатерина 4-5. Никитина Анастасия, Рудских Ирина Александровна. 9-10 год. Лужкова Анастасия, Шадрин Александр, Рудских Алексей. Это с разъезда. 12-13 год. Глушкова Анна и Устинов Никита. 14-15 год. Устинова Елизавета, Янчук, Вениамин. 16-17. Барабаш Еремия, Устинова Анфиса, Янчук Василиса. 18-19 год. Устинов Исаака Андреевич. 22-23. Устинов Стефан, Петеримов Илья. Поступление обучающихся после окончания школы. После 9 классов дети обучаются в 10-11 классах города Барнаула, затем поступают в высшее учебное заведение на бюджетной основе. У нас никто на платном не учился, все поступали на бюджетные, потому что, ну, хорошее было, они заканчивали, почти все с отличием были здесь.
Поступает в Барабаш, окончила медицинский, врач-рентгенолог, Желтухина Екатерина – терапевт, Барабаш Терентий – инженер-строитель, Глушкова Екатерина, наверное, агроном, Никитина Анастасия – стюардесса, тоже мифик какой-то здесь, это заведение. Глушкова Анастасия – учитель иностранных языков, Шадрин Александр – электромонтер, Глушкова Анна окончила технолог, Устинов Никита – холодильщик, кто закончили какие это? Устинова Елизавета окончила, значит, медицинский колледж, медсестра. Барабаш Иеремий учится в АГУ, кадастровый инженер. Янчук Василиса учится в АГУ, геодезист. Устинов Анфиса – технолог, сыровар. Устинов и Исаак оканчивает Ребрищинский лицей с отличием техник-механик. Вот это результат нашей школы и наших учителей. Что у нас не было ни одного такого, чтобы... Ну, с разъезда были, которые тоже запущены, там учились, но вытягивали учителя, и было, значит... То есть не на последнем месте было. Очень меньше было с отличием, чем у нас потеряют. Вот так вот. Дальше вначале мы, значит, приняли устав деревни. Был устав. Это то, что наш деревенский этот устав, это он, который в юстиции устав, он тоже устав деревенский. Здесь описано, как и что это интересно, за печатью, зарегистрирована в юстиции была община. И деревенская община, и религиозная одновременно была зарегистрирована. Люди приезжали, кто-то уезжал, кого-то просили бы уехать. Уехали у нас семья в Германию, Олег и Людмила, к родственникам, родственники там были, уехали. Уехали в Грецию, Плотниковы, тоже к родственникам, там мать Марины, и сестры там, и родственники все. Они были как бы репрессированы в Казахстане, сосланы в Казахстан. Туда. Оттуда уже кто-то уехали раньше туда, и они уехали. Раиса Юрьевна уехала во Францию добровольно. Виктор Савченко вышел, не вышел, женился. Женился во Францию, его жена, значит, перетянула. Вот такие были. Просили кого за нарушение устава, за пьянку. Кого за другие нарушения, значит, вот. Кто не захотел, там Николай Киличков уехал в это, в Новосибирскую, Вера Федоровна. Но вот кто уехали, я скажу вам, все до единого, никто ни слова не сказали, что да, это там община такая, там и нет ничего хорошего, и все плохо. Ни один из них. Даже уехали, знаешь, что некоторые были обижены на что-то, вот, таких как Николай Киличков, он очень такой взрывной был всегда, вот. И он никогда нигде против общины слова никогда не сказал, что там что-то. Да, было там что-то, но нигде ничего этого нету. Ни на меня, ни на Игнатия Тихоновича, ни на кого. Уехали и все. Вот. Те, кто попросили уехать за нарушение устава, восставали только это. Даже пришлось нам после терпения 20-летнего попросить родного брата покинуть место. Избрать себе другое место жительства. Избрал он другое место, переехал в Корчино. Вот. Только вот от него и еще один, который явно нарушил такое, что там за грех попросили уехать, он еще восставал. То есть как бы себя, ну, сказать, ощущая, я не такой, я лучше, там плохие вы остались, а вот мы хорошие. Ну, хорошие, живите там, где хорошо. И в любом обществе, где есть
У нас устав, он какой? Никакой, скажем. Я этот устав я показывал, был где? В Америке был, в Австралии показывал, в Греции. Было собрание, где там вообще собирали по благословению владыки, владыка был Ларион. И я зачитывал все пункты. В одном месте, интересно, в Америке было так, зачитал, когда одна встает, дама такая, ну, действительно, дама, женщина, ну, лет уже, наверное, за 50. Я не согласна вот с одним пунктом у вас. С каким вы не согласны? А вот где написано, что женщины без разрешения мужика, женщинами, замужними женщинами, без разрешения мужа не проводить никаких ни денежных, ни материальных, значит, сделок. Я с этим не согласна. Я говорю, ну что, вы не согласны, но у нас есть это устав. А потом я спрашиваю, кто меня там возил, ваш, я говорю, а кто это, что за дама? Да это матушка отца-настоятеля. Матушка отца-настоятеля. Ну ладно. Одна была не согласна. А так никто ничего, все нормально. А было, что у нас, значит, устав. Вот. Ну, я устав здесь не буду зачитывать все. Я только так вот скажу, некоторые такие, что больше, что побудило сегодня нас собраться, это так. Где ставить дом? Какие деревья можно срубать близ дома? Все по разрешению старшего. Старший у нас кто здесь? Староста? Старший, я старший в деревне, значит, и по совету надо делать любое дело. Дом даже, ну, вы православные христиане, дом ставить, есть молитва на закладку дома. После, когда дом построил, освящение дома. Есть молитва даже на выгон скота, на роя, пчелиные раи, поймали раиные пчелы. Эти раи пчелиные, кто ловит. Но это у православных все делается по молитве. Должно быть. И по совету. Без совета можно сделать. Можно без совета сделать. Но мы даже читаем в Ветхом Завете, знаем, что у всех были советники, у царя были советники. И всегда так было. Без этого не может быть. Вот президент какой у нас умный. Да не настолько он умный, чтобы во всем разбираться, где что сеять, как воевать. Как там заводы какие ставить? Нет, конечно. У него сотни советников. Советник по такой-то, там это по культуре, по сельскому хозяйству советник, по военной, там сколько советников, по внешне политическим там этим советники все. Все советуют ему как. А он тогда уже из этого выбирает что-то, как присоветует ему. А не так, что я сам будет. Такого не бывает. Никогда нет такого. Были у нас какие правители, всегда у всех были советники. Было это, так делается. Вот. Тогда, в то время, когда мы начинали, у нас не было даже телефона. Вот. Вначале первый телефон был у нас радиотелефон. Поставили нам, вот, стояли у меня, значит, на втором этаже эти два таких батареи. Вот. А телефон был у Игоря в доме. У нас проведен был по кабель, брошенный под дорогой, так и лежит сейчас. Вот этим телефоном пользовались, какое-то время пользовались. Трудности было с ним, но пользовались. Мы, может быть, лет 10 им пользовались. Даже побольше, наверное. Потом появились уже мобильные телефоны, и надобность в этом телефоне отпала. Но тогда это было очень важно. Первый год мы первую зиму не зимовали без электричества, при керосиновой лампе. Вот. Электричество нам провели в Великую Пятницу перед Пасхой, в 92-м году. Перед Пасхой, буквально. А почему? Потому что уже в марте вышло постановление восстановить поселок Потеряевка. Тогда мы уже стали себя, как бы сказать, более увереннее чувствовать. Все, там в Барнауле Игнатий Тихонович уже где-то подсуетился, что и... Смотрим, утром идет гром такой-то, а у них была такая, сейчас есть или нет, танкетка, как танк, только без башни.
гудит за ней, еще машина, ну там столбы везут, какой-то там еще, там несколько это, что такое мы скажем? Они вот прям так посмотрели, нет, так, здесь ставим вот трансформатор, столбы тут же прокрутили, к вечеру у нас уже был свет. То есть 6 столбов они за один день все это сделали. К вечеру мы уже со светом были на Великую Пятницу, значит, Пасху. В 92-м году мы встречали уже с электрическим светом. Так было. Радости было нет конца. Да любое, что делали, было, не было. В этот же, в 91-м году мы говорили сразу, надо что-то в деревне. Был раньше пруд, который возле старого дома, назовем матушки, но он был. Но потом он зарос, и там не было. Мы наняли бульдозер, это гора глины, это что, это, выкопали его, и была вода. Была вода даже такая, что там можно было купались. Купались, рыбу ловили. Вот. В этом было. Да. Откуда рыба? А? Рыба откуда? Запустили мы. А, запустили. Запустили. Ловили, рыбка была. Где-то есть фотография, я на воронке плаваю по нему, катаюсь по озеру на воронке. Вот. Воронок был у меня жеребец, который он потом Николаю Количкову продал. Так, потихоньку стали приезжать люди. Каждый ознакомился с уставом. Вот. Ну и особых таких не возникало. Было возникало, что вот Саша Дмуха, единственный был это случай, когда мы делали крестный ход вокруг дома, чтобы оградить от этой заразы все. И тогда он, значит, срочно выехал. Сейчас как бы стало жить проще, но почему-то более сложнее. Потому что или запросы стали больше у нас, или что-то. Так как-то проще было. Убрали, убрали, там посеяли, там что-то убрали. Там первый год я когда посеял, как фермер, земли 85 гектара, а ничего нет. Хоть лопатой копай эти гектары. Но помогли там эти корчинские посеять, и убрать помогли тоже. В 92-м году мы убирали, мне убирали поле 30 октября, заряхали на поле комбайны корчинские, убрали. Да как навалили зерна нам вот здесь, а куда? Мы его сюда ведрами затаскивали, сюда высыпали, здесь навалили в гору зерна, не знаем, что теперь с ним делать. Потом через окно опять вытаскиваем, увезти в этот Корчино на хранение, там это, сдать что-то, продать немножко. Такие, сейчас все по-другому, конечно, было. Вот. В прошлом году возникло у нас, значит, знаете, судебное, значит, разбирательство из-за спиленных березок. Вот. Вначале, значит, было так, значит, поступил сигнал в милицию, кто-то позвонил и сказал, вот там выпиливают березки там и прочее. Ну, приехала милиция. Милиция первый раз, значит, как-то, наверное, плохое оказали гостеприимство. После этого они приехали с ОМОНом. 8 ОМОНовцев было вооруженных, на 6 машинах приехали. Вот. Все, обыски произвели, произвели только найти их, значит, у Игоря Барабаша. Тщательный обыск был. Все там, и фанеры все проверили, и курпон с банкой там все это проверяли. Сыпали, искали что-то, что непонятно было. Конфисковали машину, две бензопилы, компьютеры, там у Игнатия все. Но потом компьютеры вернули первыми. Видать, поискали, ничего там не нашли. Так. Больше за машину было. Но машину тоже уже там через это добились, что вернули машину и бензопилы. После всех бензопилы, которые не участвовали в этом деле. Моя вообще на нерабочая была, когда ее забрали, она была в Игоре. Вот. Но разрешилось эти, все разрешилось. Все. Когда первый меня был сосвидетель этому, следователь, следователь мне написала на бумажке, вот откуда кто позвонил. Все. Я говорю, когда пройдет суд, я скажу тогда, кто это позвонил. Мне следователь дал. Она мне эта бумажка сохранилась. В записной книжке. Бумажка была так, номер телефона Матушкин, а подписаны Лапкин Алексей Владимирович.
Больше ничего. Вот это я и знал. Больше я ничего не знал. Я говорю, когда пройдет суд, я тогда скажу, откуда это что. Это следователь мне своей рукой написала. А когда стали, она больше, следствие-то ведут следствие, а нет потерпевшего-то, нет. Они хотели кого-нибудь там из тех, кто был, а все уже уехали, никого нет. Вот. Я говорю, ну, мы бы, я знал, что пилят, потому что плотина установлена. Да давайте я буду отвечать, нет, вас я, значит, этого обвиняюсь не возьму. Ну, я говорю, найду. Ну, через 3 дня тогда я звоню, я говорю, нашел я, кто. Ну, приезжаем к нам Тихоновичем. Она, а где этот? Я говорю, вот он, преступник, это здесь, значит. Давайте. Ну и все, тогда она приняли. Я прошел как представитель потерпевшего, потому что по бумаге там нужно было что непонятно, если по глухоте я уже добавлял, переводил как бы. Стали с ним все. Потом дело перешло, когда у нас уже мы вызвали кадастра инженера, попросили, чтобы сделали, как бы сказать, такую экспертизу. Когда он все, кадастровый инженер сделал, то говорит, что это не относится к лесному фонду. А статья-то была, подорвали лесной фонд до 4 лет лагерей общего режима. Такая статья, до 4 лет, гласит. Вот. Ну а когда оказалось, что это не лесного фонда, а это муниципальная земля, то есть ей распоряжается администрация района, тогда перевели в другую статью, там было 57 тысяч, ущерб нанесли. Тогда пересчитали, получилось только 25. Ну, мы 25 заплатили. За это заплатили 25. Ну и суд закончился. Все это. Опросили все и прекратили это. Даже то, что было адвокату, там что-то ему было, по-моему, около 10 тысяч заплатить, то это из бюджета района. Бюджет района заплатит. То есть потерпевшие не стали это брать. Но мы не просили адвоката, они сами представили, что должен быть адвокат там и прочее. Вот так это закончилось это дело. Но какие-то, скажем такие, личные неприязни вышли далеко. Значит, я старался это как-то утихомирить и сказал, просил ту и другую сторону, не выставляйте это, ну прекратите, кто, чтобы ничего, не надо это в интернет выставлять, то, что такое, между собой что-то есть, друг против друга. Ну ладно, один, значит, не выставлял всю зиму, другой не представлялся, так дальше продолжалось. С какой целью, я не знаю даже до конца, что то, что говорит цель, это... Ну, настораживает и даже как-то вызывает какую-то боязнь. Зачем это делать? То есть выставляет ролики так, что ничего здесь хорошего нет, общины нет никакой общины, это все так, это только фикция, общины нет никакой, и ничего хорошего мы за 30 лет не сделали здесь, только после себя разруху оставляем, вот, так родители о детях не заботятся. Если есть дети, то отцы там о детях заботятся, а мы вот вроде бы уже как бы хоронят нас, а ничего нет, все, разруха. Последний ролик меня больше удивил, когда стоит Алексей у Рыжковского пруда и покажет, где промоина. Вот это результат работы тех, кто как бы руководит этим. Результат работы какой, то есть прорвало плотину. Ну, плотины прорывают не такие, как наши плотины прорывают. Вот прорыва Каховскую, без прорыва, да и когда наводнение, читаем там на востоке, сколько разных плотин поразмывают, а плотины не такие, как наши. Мы-то делаем, лепим, что есть под силам и по средствам. Только и всего. Вот. И всегда плотину Корчинскую и Муринскую каждый год разрывает, Корчинскую. А мы когда приехали, это были болота. Все это болота были. Семаковские не было плотины, Комогориха не было, второй мостик не было, было, потом его разрыли, Корчинские не было. Так мы судились, а суд был, чтобы восстановили. Но гарантийные письма дали, но не восстановили. Мануилов так и не восстановил.
Это все. Пришлось самим это делать. Рычковский был 30 лет, была плотина. 30 лет. Воды было много. Было больше, мы смотрим, почему березки засохли? Потому что вода поднялась, когда березки оказались в воде, которые были на берегу. Вот. 30 лет. Ну, разорвалась. Это было, значит, прорыто бобры. Говорят, да, бобры не роют. Я прошел по берегу и насчитал больше 10 бобровых нор. Они примерно диаметром сантиметров 30. И бывает так, что она, когда из воды, он рыл и на берег. Ну, брал палку, 1-2 метра. Я досовывал и до конца не доставал. Даже не мог. Сейчас можно пройти, что уже идешь как бы по дну озера. По дну озера идешь. А они по берегу там норы на рыбу. И плотине. Поэтому здесь что плотина ничего нет. Но из этого, понимаешь, что это говорит, что это вот вина, значит, этого. Ну ладно. Вина, вина. Конечно, сделали не крепко, так, чтобы бобры могли разрыть. Но к этому еще привело то, что я в отпуске был 2 недели, меня не было. Приезжаю, мне звонят в Томске даже. Батюшка, а что у вас там за строительство? Какое строительство? Ну вот, объясняет. Да я не слыхал. Но здесь мне потом Елена Анатольевна говорит, что, значит, было так, что кадастровые инженеры, я пришел, Алексей сказал, мне едут кадастровые инженеры, я там участок беру за Рыжского пруда, ставлю вас в известность. Тогда, когда уже едут инженеры, поставили в известность. Почему раньше этого не обсудили? А это было, говорит, еще когда? А в Томске, говорит, а мы знали еще в прошлом году, знали, что это будет там строительство. А мы не знали никто, я говорю, даже никто не знал об этом. Я сразу не могу, а что это? Зачем ты там это? Что, я для детей строю дом. Да где дети строятся рядом с родителями, а не за километр от родителей. Но я сразу понял, что это не для детей. Но начиная с этого, я для детей. То есть неправда уже. Начинается с неправды. Я поехал посмотреть. Забиты колышки. Один колышек прямо посреди дороги забиты. Прям дорога, как идет прямая дорога, эта дорога, она древняя была ездила. Прям посреди дороги, вся эта поляна, ну я выдернул в колышки эти с дороги, которые возле поля были, вот, выдернул, бросил там их на месте, никуда их не девал. Вот. С ним попробовал поговорить, с Алексеем, что так не делается. Ну почему ты не посоветовал? Что с вами советуется? Вы вроде ничего не присоветуете доброго. Мы ничего не можем присоветовать доброго. Советоваться с нами не надо. Ну, ты, это все-таки общественно как-то. Там никогда не было. У нас документ восстановления поселка. Там никогда на этом месте ни одного дома не было. Поэтому там не восстанавливаешь уже, а другое что-то. И она зачем? Я говорю, давай, Харва, ты 50 метров отступи здесь, вот где поле-то Игоря. Сейчас поле у него там полгектара, даже гектар можно у Игоря. Потому что это как бы территория деревенская. Возьмешь ее, там будешь строить, и там можно сад развести, огород хороший. А что деньги можно зарывать только там огородом, вроде в огороде возиться? Ну, я-то уже догадался, для чего это будет. Вот. А когда последний ролик увидел, еще больше разбился. Дорогие друзья, там и мои подписчики, вот я, значит, показывает пруд, разрыв этот. Здесь такая природа хорошая. Вот этот пруд восстановить, на восстановление пруда надо там 1500, вот, восстановить, чтобы пруд. Вот. Даже по 1000, если кто вышлите, может, значит, подписчиков много, по 1000 вышлите, то и пруд восстановить. Здесь можно приезжать, отдыхать будет, вот, отдыхать свободно, в 4:40 не надо будет вставать. А причем 4:40? Кто у нас в деревне в 4:40 встает? Кирилл, ты встаешь в 4:40? Ну, сейчас да. Сейчас да, уже встаешь. Но тебя кто-то, тебя кто-то принуждает в 4:40 встать? Нет, не принуждает, нет. Просто просыпаюсь. Ну, никто. В 4:40 это было лагерь там у них. Это другая организация совсем.
У нас в деревне кто сколько может, только и спит. Но другому приходит в 10 часов, прихожу к 10 часам, вот попроведаю брата там это. А он еще спит. Что-то я вот это долго, что-то там это, ну, твое дело там это. Нет этого всего. То есть у нас свобода будет, 4:40 надо вставать, ну и проще, значит, свобода будет такая. Значит, как бы будет какая-то гостиница, люди будут приезжать, с кем это посоветовался, как это гостиница, что это такое. Я об этом мне предлагали еще в первые года. Я посоветовался здесь, с тем, как это организовывается, за границей, где был я, везде этот, интересно, как люди это понимают. И как это делать? Все объяснили, нет, это дело непростое, чтобы так это сделать, чтобы были люди, приезжали. Люди будут приезжать всякие, а отобрать людей, что будут приезжать, которые не курить, не пьянствовать, и будут там не с прибодейками приезжать, это сделать невозможно будет, если это приедут всякие люди. Я был, говорю, был в Дивеево, приехали мы со своим Иваном там помолиться. Это одно из святых мест в России считается. Ну а гостиницу поселили там метров за 200 от монастыря. Ну мы сейчас вышли погулять уже, поужинали там и за гостиницей мужики там сидят, курят и, эти паломники и водочку пьют. Значит, в местах. А что ты сделаешь с ними? Ничего, они отдыхают. Были в храме, помолились, а потом там это. Ну, то есть это не так просто сделать. Теперь на берегу построить это, куда все оттуда отходы от людей, будут куда? Все в это озеро? Какое будет это? Куда ты что там, биотуалеты поставить или что? Ничего ты этого не сделать. Где воду как доставать? Ну, колодец надо выкопать, колодец выкопать. Зачем? Это теперь содержать это надо будет. Ведь не приедут они отдыхать, он не будет каждый день там картошку чистить, она и что-то варить. Ты должен приготовить все, постирать белье чистое, чтобы было постель. Она приедет на один день, на два. Ты должен все обеспечить это, ну, как в гостинице. Она деньги заплатит приехать. Это добро, но это тебе дома некогда будет поесть, как следует самому. Все, нанять людей, это кого ты с деревни наймешь? У нас все сами себя только в обиходить в этом будут. Вот. Но это еще как-то можно. Я уже так решил, то думаю, что посмотрим, пускай восстанавливают плотину, там люди, конечно, помогут там что-то. И, ну, с этого места сдвинься. Нет, я только на этом месте буду. Почему на этом месте? Это никогда. Свободный вход был к озеру, был свободный вход. Кто приедут, гости там или деревенские, а это так, закрыть вход, чтобы ни туда, ни сюда не было. Ну, с какой это силой было сделано? Не советы и прочее. Вот. Я больше не трогал, конечно, а когда вызвал в другой раз инженера, видать, уже когда установили там и все, вот, он еще приходил, я еще пытался как-то это, но ни в какую. Никак не идет. Вот. Только он мне сказал, вы, батюшка, не хулиганьте больше, колышки не трогайте. Я говорю, нет, больше не буду. Колышки я больше не трогал. Вот. Я поехал, посмотрел, там уже была табличка написана. Ну, сейчас я достал, там первое не знаю, что как написано, усадьба, кажется, или участок ли. Марии Лапкиной, 32. В обратную сторону пошел счет как-то. Вот. Все. Я вчера поехал, посмотрел, объехал. Колышков нету. Я подумал, что, наверное, Алексей забрал, что-то снял. С чем это связано, не знаю. Потом он звонит мне, батюшка, колышки брал. Я говорю, нет, я дал слово, что я не касаюсь, больше нет. Нет, я не брал. Я поехал. Володю Пащенко, Володя, вы когда приехали, заезжали в смысле? Нет. Игнатий спросил. Я, говорит, Тимаковский обошел, говорит, кругом, говорит, а туда я, говорит, еще не ходил. То есть никто. Я был, это, может быть, кто-то пошел до этого. Нет, никого не было. Никто не было. Кто? Я так и говорю, ну, может быть, говорю, их случайно сам как-то убрал или что, а кто будет?
Из деревенских никто больше на это не посягнет. Никто. И они думают, что Игорь не будет этим заниматься, да он. Он только видел, мы так с ним посмотрели, и все. То есть здесь относительно этого вот, собрание больше к тому, что это. Что нигде так не делается в обществе, ни в каком обществе. То живешь ты в этом обществе, и поносить это общество, поносить его, допустим, но уже в пожилом возрасте, так сказать, старцев поносить, нигде этого не делается. Даже если ты христианин, то говорится, даже когда, говорит, и отец твой оскудеет умом, то и ты тогда не оставляй его, не пренебрегай его. А это бывает, что оскудел, там уже не в себе, там что-то, и тогда не пренебрегай его. Так Господь говорит наставление. Но мы еще пока живы, и не это, понимаете? Нам это с таким с трудом досталось, мне, все. И поэтому просто так я, как говорится, не это, недавно разрушение это. Вот. Нет ни одного, где... Он говорит, а что вы здесь делали? Я говорю, давай посмотрим. Что мы сделали? Давай по деревне пройдем, посмотрим. Да вот где мы сидим, здесь. Это только описать, сколько здесь вложено труда. Везу, раз я нагрузил, купил я вагон леса, круглого леса, 66 кубов купил. Мне продал там один человек с этой со станции. Брал для сына, сын не стал строить, и он мне этот... У меня, говорит, он на пилораме в Корчино лежит. Вот. Нужно, говорит, заказать, что это. Ну, я уже расплатился-то с ним, там, не хватило, он подожду, говорит, я когда соберешь, потом, вот. Я на брус, да, решили мы плитами крыть здесь, но когда я посоветовал, вызвал инженера, строителя, он посмотрел все, говорит, а сколько лет? Я говорю, 20 лет стены стоят открытые. Я, говорит, не советую делать, потому что неизвестно, какой там фундамент заложенный уже, а здесь были плитами крыты. И стены, говорит, в каком состоянии, говорит, сейчас не следует. Поэтому я, говорит, лучше, говорит, деревянное перекрытие делайте. Тогда я груз. И я на газоне, на самосвале, нагрузили там, я везу. И в Корчино, с Корчино-то еду. В одном месте мне как тряхнуло, они же длинные. У меня это, кузов у меня поднялся. И весь этот, все это. Как грузить, я не знаю, помню, с кем мы были. Мы это вдвоем, и потом опять это, давай грузить на это, на этот самосвал-то. А этот самосвал... Мне подарил владыка Марк Берлинский. То есть он дал помощь, и я это обменял, те марки, которые были. И как раз у меня хватило на новый самосвал. Сейчас он уже на пенсии, этот самосвал. Но тогда, в те годы, он нам сильно помог, много. Потрудился очень много. Вот. И как мы это надрывались, сколько, это поднимали. Щиты какие делали сюда, все делали своими руками. Это сегодня сидим мы в годом, а что вы здесь сделали, ничего не сделали. Я это не хвалюсь, но к этому вынуждено было. Как мы считаем послание Коринфянам, апостол Павел Коринфянам пишет, говорит, если я не апостол, то вы тогда кто, христиане, укоряете? Я вот то-то сделал, там, сколько раз был там побит палками, там, и в глубине морской, там, и тонул, там, и прочее. Был даже побили, а думали мертвым, выбросили его. Живой оказался. Вот. Приводит нам. Почему? Потому что очень огорчили его коринфяне, что вот ты не видел там Христа, то и ты не настоящий как бы апостол. Молиться вот. Нет. Ну, то, что сделали, сделали. Все кирпичные работы, это я делал. Силы были. Было, как сказать, такое рвение к этому надо делать. Делали. Сегодня этих уже нет сил, сегодня этого невозможно. Посмотрю на свой дом и страшно становится, как это сделали. Помогали, да, помогали. Баню мне помогали строить. Иосиф и Алеша баню строили мы. Помогали мне не строить баню. Как они мне наличник там на окошечко вырезали. Вырезали, я говорю, наличник, где они сделают, а уголки-то не сходятся опять у них. Они еще раз отрезают. Но все-таки прибили, так оно и есть. Я ничего не менял по сей день. Вот. Было, помогали, строили. Трудно было. Поэтому, когда находишься в обществе, и поносить это не годится. Это мы русские. А, допустим, был бы где-то на Кавказе, в Чеченце, да ни одного дня бы не остался в живых, чтобы так относиться к этому.
Зачем? Прекратить, прекратить, все. Сегодня уже простое дело. Кто в полочке, это никто не известно. Уже выставить ролик, что вот у меня полочки эти, значит, убрали. Ну а кто, кто? Если приехал найти, то это только он мог убрать, больше никто. Значит, это он мог только это сделать, эту пакость. Поэтому, если плохо, как говорится, в общине, ну и поносить ничего нет хорошего в общине, даже и высказывание, что общины никакой нет, то тогда и ну, зачем находиться в этой общине? Можешь жить просто спокойно, но ты не можешь быть членом общины, когда сам поносишь это все. И это не один раз было, а много раз. Я редко-редко выхожу, мне кто-то скажет, посмотри там что-то, батюшка, посмотри, мне до того неприятно становится это. Сколько там эти выступают, кажется, сказать уже, ну, которые поддерживают в этом, да, Алексей, давай, бери управление в свои руки. И эти ролики не удаляются. Почему с такими людьми это иметь общение? Ты живешь здесь, общаемся каждый день мы, здороваемся вместе, что-то делаем, даже собираемся на трапезу, в храм ходим вместе. Вот. В каком псалме говорится, Давид говорит, когда бы, говорит, поносил меня неприятель мой, я бы перенес, но ты, который, с которым мы вместе как ходили в храм Божий, разделяли трапезу вместе, и он поднял на меня петлю. Легче перенести, когда враг поносит, но когда это, знаете, тяжело очень переносится. С какой целью? Зачем? Что расстроили быстрее, чтобы сковырнулись они или что? Вот. Поэтому я ставлю так вопрос об этом, что не нравится община, значит, живи без общины, Алексей. Вот. Советуйся, нет, не надо спрашивать, какое-то благословение на что-то строить, тоже нет, это явное нарушение устава. И начинается со лжи. Вот сейчас еще скажут, а вы лжете, а это не ложь. Ты затеял такое дело и говорит, это я для детей своих. Для детей? Да дети еще вырастут. Где будут дети? И чем будут заниматься, не знаю, для детей строят. Что у тебя? Миллионы в этом, чтобы ты не пропали деньги строить для детей? Вкладывать что-то в недвижимость какую? Конечно, нет. Здесь уже часто не секрет, для чего это строится. Сельский туризм. Вот так вот. Я, кажется, сказал так все, что мог сказать. Пренеприятнейшее, конечно, это. Я несколько раз старался как-то это разрулить, рассказать, уговорить. Не получилось ничего, нет. Никак. Зачем это делать? Даже с этим участком. Только 50 метров в сторонку отступи и строй там, что тебе надо, строй. Ну, в улицу, как улица идет, то есть у нас восстановление поселка идет, не как-то. Нет, а вот я хочу здесь. Но это неправильно, что ты хочешь, это не годится, так хочешь. Новое место там никогда не строились, еще поляна такая там перед этим, перед озером. Даже люди будут у тебя когда быть, ты застроил, то негде будет и выйти так озеро-то, выйти негде. В каком здесь я отступил 50 метров только в сторону? Я не говорил, что совсем не надо это делать. Делать, но нет, я на это не пойду. Не послушаюсь. Ну и что? Ну вот приехал новый житель у нас, будет Иван Ермоленко. Просил, где, как. Мы пошли, посмотрели там и там. Ну вот я здесь желаю. Желаю здесь. Давай, начинай, трудись. Сколько кто может, будем помогать. И ты приехал, Алексей, тебе помощи было оказано больше всех. Я имею в виду материальную даже помощь. Больше всех других приезжающих. И ты так поднять пету на дядек своих, это не только ты, на всю общину, понял? Где ты выяснил, что община, вот там вот община у отца Владимира Говина, вот община, община. Там он дома строит людям. Ну, он деньги как-то может так добывать. Мы не можем никто добывать так деньги, как Владимир, отец Владимир.
он как-то мучает, там у него это есть, значит, он там строит дома, там вот у них община такая, там это, вот все. Ну, что же, мы нигде не смотрели, как, я нигде не находил. Если бы где-то было, община такая, посмотреть, чтобы, поехал бы я сегодня бы. Ну, нет, я когда, те, кто там был, посмотрел, там, говорит, смотреть-то нечего, нет такого. Вот. То есть основано, и у нас, я скажу, в районе, пытался один человек, богатый, приехал он с Казахстана, у него там он занимался грузоперевозкой, у него было 40 грузовых машин, занимался грузоперевозкой. Приехал в Мамонтово и решил с 45-го, деревня-то 45-го, точно так же организовать там, он хотел там дом быта, все, начал он что-то уже домов 10 построил, Глушков там уже строил себе дом, вот. Но у него ничего не получилось, он не мог зарегистрировать деревню. Вот. Когда регистрация проходит, то в регистрационном свидетельстве цель регистрации. Какая цель? Цель регистрации в деревенской общине – это восстановление поселка на православных христианских заповедях и русских старинных благочестивых обычаях. Это цель. У нас зарегистрировано так, в истинстве. Вот. То есть с какой целью мы здесь организуемся, регистрируемся? Только всего. Вот это было. Поэтому мы и обязаны это соблюдать. Это. Вот. Никаких тяжких нет. Больше всего восстают против пояса. Зачем пояс? Пояс разве спасает? Я скажу, что за эти годы я убедился. Да, спасает. Приводит к спасению. Утверждает во спасении пояс. Почему? Потому что, во-первых, это ты проявляешь послушание, и это нигде не противоречит, что пояс, как бы это, сколько мест, где-то 105 мест примерно в Библии говорится о поясе, что пояс должен быть. Да и народная пословица говорит, кто-то там что-то говорит, о, распоясанный хулиган. То есть подпоясанный хулиган не так бывает, это распоясанный хулиган, значит, ведет себя бесчинно там и все это. Это всегда было. Да это русские благочестивые обычаи. Если мы русские, то зачем против этого восставать-то? Смотрим сегодня, показывает там русский народный хор. Парни стоят все до одного в поясах, все до единого в поясах стоят. Но. Женщины, ни одной нет в брюках там или в шортах, все в длинных платьях. Это о чем говорится? Это народное наше. А не такое. А если так, что да, это не важно ничего, это здесь будут люди приезжать, не важно нам там вставать, когда и остальное, это ничего не важно. Это к спасению не приводит. Украшения там и это не приводит, ну скажем, не приводит, но удаляет, так скажем. Как это? Пища, говорит, нас не приближает к Богу. Или как там? И не удаляет. Но не удаляет, это уже от себя будет. Удаляет. Так это нарушение в чем-то, она удаляет от Бога. И любая форма, я скажу это на себе, был я солдатом 3 года в Москве служил, скажу, что когда идем в форме, то идешь уже и на ходу курить нельзя, мороженое нельзя кушать на ходу. А когда мы в гражданскую одежду стали перед, тогда идешь в гражданское, там растягиваем, ты идешь вольно, я могу мороженое взять на ходу, есть там и идем друг друга, толкаем там это все. А когда в форме, нет. Если попадешь в патрулю, то там весь взвод, может, месяц в увольнение никто не пойдет. Знаешь, форма всегда дисциплинирована. Любая форма дисциплинирует человека. Это сам рассказал Алексей. С ребятишками поехали по форме, даже мусульманин обратил внимание. О, как, смотри, как одеты ребятишки, там рубашка под поясок, да все там это. То есть располагает даже человека, который, как бы сказать, ну, совсем другая у него вера и религия. И это даже одно располагает. Понимаете как? Против этого не нужно восставать. Ну вот, все. Какие есть у кого? Добавление или убавление? Я здесь 28 или 29 лет живу. Естественно, понятно, он меньше.
то есть, как вы сказали, что все это своими руками мы делали, то есть, но оказалось, что я разрушитель, вы, ну, все, вот Игорь, разрушитель, это было озвучено. То есть это, ну, как назвать, что можно назвать так, что здесь только не все дома у него, если так говорить. И когда нет в любом обществе, когда нарушается вот эта иерархия, подчинение младших старшим, тем более старшим по возрасту, по призванию, и тем более, когда священник человек, то это общество обречено само по себе на уничтожение. То есть, ну, здесь явно просто разрушение какое-то идет. И все. Ничего доброго не будет. То есть отношение к общине, к нам. Я хотел прокомментировать, Андрей, значит, когда он ко мне выставлял претензии, то есть как это понимать? Вот даже то, что сказал батюшка, информация практически вся искажена. Вот. То есть, как бы отчасти слова-то вроде верные, но не в том смысле, то есть, а я, Бог знает, Бог видит мое сердце по-честному, до последнего, ходил, как говорится, с увещеванием. И даже вот мне совсем непонятно, батюшка меня обвиняет во лжи, и тут же говорит ложь, что я говорю про отца Владимира, никогда я не ставил в упрек им, что тот строит дома за 12 миллионов, а вы почему не строите? Никогда этого не было, из моих уст сказано. Было сказано другое, абсолютно другое. Вся информация, вся вывернута. Вот, поэтому, ну, как бы комментировать здесь очень сложно. Насчет Андрея, значит, просто разговаривали, я говорю, смотри, говорю, хорошо, говорю, он меня первый назвал разрушителем. Значит, я говорю, хорошо, говорю, если я разрушитель, есть только два понятия, созидатель и разрушитель, то ты, получается, созидатель. И я ему стал перечислять моменты, что ты созидатель, почему тебя не было здесь, почему ты не знаешь тут, почему ты... То есть он не мог этого сказать, потому что в некоторых моментах, а я всего лишь восьмой год, девятый год живу, его не было. Вот. Когда, значит, в тех моментах, когда я участвовал, его не было. Вопрос. Так вот, хоть один момент, приведи какой. Например, он меня спрашивает, значит, в 2019 году был утвержден администрацией района новый генеральный план деревни. Вот. Он меня спрашивает, а почему меня никто не позвал? Я говорю, так подожди, ты же созидатель, как понять? Ты если созидатель, ты днем и ночью спишь, живешь и видишь это, как деревню восстановить, как ее, значит, расстроить, как ее развить, вот, и ты такие слова говоришь, как так? Сколько ты раз ездил в администрацию? Ну, вот, мы с Еленой Анатольевной, там, я ездил в администрацию, мы с Еленой Анатольевной были, значит, в Корчино, там, на официальных слушаниях. Это только один момент. И другие моменты, которые здесь и были. Он говорит, я тоже участвовал, так же, как батюшка. В каждом дворе что-то вы делали. Я говорю, ну вот это мелкое что-то, говорю только свое понимание, оно не влияет на стратегическое развитие. То, что я сегодня свинюшку покормил там или там крапиву порвал, это хорошо, абсолютно хорошо, да, но это не влияет на стратегическое развитие. Вот. То есть, а я говорил именно вот про стратегическое развитие деревни, потому что Игнат Тихонович, когда здесь только все начиналось, он сказал одному из жителей, сколько он сказал, будет 100 дворов здесь или 300? Человек, которого здесь нет, он говорит, здесь будет там 100 дворов. Вот. Как бы это неплохо. Было, абсолютно. Алексей, нет, было. Он сказал, нет. Он сказал, что здесь будет. Именно в таком смысле. Вот. Поэтому как бы тоже не могу это комментировать. Вот. У меня вопрос к Игнатию Тихоновичу. Вот до вчерашнего дня был один вопрос. Сегодня у меня два вопроса. Первый вопрос у меня. С какой целью вы эти столбушки убрали? Вы убирали эти столбушки? Нигде, так как вы в прошлом году не утверждаю 100%, даже в ролике сказал, что приехал, и у меня это я высказываю подозрение. Подозрение, потому что оно не безосновательно. И весь почерк того, кто это спрятал, потому что если бы это был хулиган, скорченный еще откуда-то, просто вырвали бы, кинули бы и все. Вот, нет. То есть, когда я жил в лагере, Игнатий Тихонович учил именно так. Как бы вот, ну, как разведка, да, там, одни колышки сюда, другие туда,
веревочки все тут это сложил, все. Поэтому я имею право абсолютно нормально его подозревать. Я не утверждаю, я его подозреваю, да. И если вы докажете, что это не вы, ну да, я не, значит это кто-то. Всех основных ключевых фигур деревенских обзвонил. Иосиф, Андрея, Игорь Александрович, дядь Володь, я вам не звонил. Это не вы сделали? Колышки там на Рыжковском. Не слышу. Плохо слышу. Дядь Володь? Колышки на Рыжковском, там не вы выдернули? Алексей, я там был, когда ты там был. Что? Да? Ну, нет, все. Вот. Я просто вам не звонил, потому что мало ли, вдруг это вы сделали. И женщин это никто не мог сделать, потому что, ну, там достаточно тяжеловато было. Вот. То есть, то, что батюшка сказал, да, то есть я ему объяснял, но вот мне непонятно, почему, как бы мне, наверное, по этому поводу даже запретили с ним разговаривать, все извращенно, вот. Когда я пришел к нему, вот вся информация, я ему сказал, то есть стояли полушки, я объяснил, приехали кадастровые инженеры, и это не капитально, не знали, от чего отталкиваться, поэтому поставили вот просто вот так. Они сказали, мы сейчас все это сделаем, просчитаем, потом тебе скажем, как правильно, куда черт отодвинуть. На этом мы договорились, я ему объяснил. Вот. И его поступок, не его лично, а поступок, я расцениваю как хулиганский, потому что это люди приезжали, там за это деньги платятся, все. То есть они поставили отметки на спутники, и они четко сказали, я объяснял, что это не последний вариант. То есть, ну, там участок неровный, надо было чего-то отталкиваться, там свои как бы моменты есть. Все, когда все сделали, все, стол, колышки поставили нормально, все. Игнатий Тихонович, это вы колышки убрали оттуда? Тоже не, ну, ответь, что стоишься, Игнатий. Ну, это один вопрос. И последний вопрос, просто знаете, как это, сейчас пресс-секретарь Владимира Путина, нашего Песков, когда ему спросили, говорит, это, у вас будут переговоры с Украиной? Он говорит, для этого нету даже фундамента. Вот. Последний вопрос хотел задать. Кто звонил в прошлом году на вас по Березкам? Батюшка, вы же говорили, что знаете. Я сказал, я заявил, кто это. Я бы этого пути не знаю. Что следователь мне написал, я это знаю. Все. Вот. Можно мне сказать? Сейчас, подожди, я просто... У меня рукой следователя написано. Понятно, вот что написано. Не следователь, я это знаю, больше ничего не знаю. А сколько лжи, сколько клеветы, опорочили всех, и вот в первую очередь, и все. И ты еще тоже такой лукавство произвел. Он все знает, ему Бог открыл. Ну что же это такое? Это же клевета. Я удивляюсь, как ты, учитель, вроде проповедник, и допускаешь такое. Да разве это можно? И вот насчет общества я скажу, ладно, Леш, договори, ну, я потом. Я просто договариваю, что вот два вопроса, на которых Игнатий Тихонович, это предполагаемо было, что он не может ответить. Как сказал, помните, да, слова Христа, ему спросили, какой силой ты это делаешь? Задам я вам вопрос, ответить, и я вам скажу. Да. Ответить не может, то есть разговор окончен, у нас даже фундамента нету для разговора. Но мой дом всегда для вас открытый, приходите, как нормальный человек, посидим, чай попьем, вот как нужно общаться с молодыми. А не то, что враги. Я из моих уст ни разу... Враги, все, всех врагов, мы тебя не считали врагами. Да. Врагов. Почему ты так-то? Разве так? А где же любовь? 13 глава 1 Коринфянам. Тебе зима хорошо известно, тебя не учить. И ты даже абсолютно любви, чтобы именно милосердие какое-то проявить. Ну ты сам понимаешь, сколько. И ты все же на выбор, все проявил. Алексей, тебе. Ну хорошо. Ты недоволен, Игнатий Тихонович. Зачем на всю это поносить? Это придумка Игнатия Тихоновича. Что? Это придумка Игнатия Тихоновича в свою защиту. Ну как придумки? Когда я видел несколько раз на это, вы давали мне посмотреть, и ты эти там комментарии, ты все это одобряешь и сам показываешь. Ведь можно даже последнее, что ты плотину, и то ты по. Вот результат их там работы, что это. Я. Нет, подождите, вы если хотите выглядеть серьезным, вот как мы к Игнатию Тихоновичу пришли, мы выписали. Минута первая, 20 секунда. Кавычки открываются, вот. И поэтому, если вот так давайте разговаривать, все, что там было сказано, там ничего не противоречило, ничего даже оскорбительного в его адрес не было допущено. Так, и никогда ты нигде ничего не нагулял. Покажите мне, вы сейчас о чем говорите? Мы пришли, Наталья, на твоем, еще раз говорю, на твоем сайте. Мы с тобой договорились, все, я говорю, уберите, что.
Никто. За зиму он нигде ничего не писал. А ты всю зиму это сайт-сайт. Ничего не было. Ничего не было всю зиму. Чего не было? Ну это нормально было, ничего не было. Нет. Никто Никитич говорит, там что-то ковырял, что-то там варился. Никто не варился. Все ролики были просто хозяйственные. Если люди пишут комментарии, и вот ваши слова, вы говорите, ты перестань писать, а ты удали, и он перестанет писать. Я пошел, удалил. Он как поносил, как гнал эту ерунду. Я говорю, батюшка, вы же обещали. Я тебе ничего не обещал. Вопрос, как с вами разговаривать? Вот именно, батюшка. Вы же за свои слова не отвечаете, как освящение. Чего я обещал? Вы обещали, ты удали, и он больше не будет про тебя ничего. Я пошел, удалил, а он как продавал. У тебя как они были, то продолжали. Нет. Было, я приходил к вам лично, вы мне риски. Я пошел, удалил, по-честному. Я поверил. Удалил только тот. Нет, подождите, мы договаривались. Вот. Вы не сдержали слово, как бы вы говорите, а я ничего не обещал. Как я не обещал? Так хоть я не говорил, ты зачем на меня сейчас? Вы сказали, ты удали, и он про тебя больше ничего не будет. Все. Я пошел, удалил, он продолжал. За всю зиму ты хоть один ролик выставлял какой про Алексея? Он сейчас скажет, нет, надо смотреть. За всю зиму ты выставлял что-нибудь в ролике против Алексея? Нет. Ничего не было. Да? А вы людей спросите, пускай вот кто-нибудь позвонит, я даже скажу, вы где расскажете. Боже мне. Поэтому просто говорить сейчас не о чем, честно. Ну, давайте, спокойно. Так. Боже мне рассказать. Когда-то говорил, хорошо, сейчас я тебе конкретно говорил о том, что это община здесь нет, хоть не община нет, это не община здесь. Так, говорил? Так, еще раз. Так, очень кратко. Да или нет? Нет. В таком, как вы говорите, нет. Ну, а как ты говоришь? Вот. А теперь слушайте, как я говорю. Потому что я говорю, батюшка все извращает. Значит, есть ролики, как я когда ездил к отцу Владимиру, я объяснял ему, главное ему объяснял. Сидели мы, пришел, прям по-доброму вещевал, как это понимать. Сейчас еще раз объясняю всем. Когда я приехал к отцу Владимиру, они, ключевое слово, стараются построить общину по первохристианским временам. Вот. Да, у них есть три фильма на эту тему, где там отец Олег Трофимов, значит, все вот это вот разбирает, как строились общины, они стараются строить. И когда я приехал, отец Владимир бьет именно на вот эту тему. Когда я приехал, посмотрел, и когда мне спросили, я как бы уже как бы засомневался. Вот. А он мне потом, ехали в машину в аэропорт, он говорит, а у вас есть вот это? Нет. А вот это есть? Нет. А вот это есть? Нету. А вы так делаете? Нет. Он такой, ну какая же это вы община? Вот, понимаешь, то есть, что здесь не первая христианская община, я это еще раз подтвержу, что здесь даже стремления нету было. А вот у них как бы есть стремление, но батюшка говорит, что я говорю, что у них там все ровно. Да нет, конечно, там все не, там тоже не ровно, там люди, там также стараются, там свои тоже, все есть, там все есть. Вот, но они просто стараются делать по первой христианской. Ладно, это можно. Значит так, значит. Я ставлю вопрос так, что если не устраивает община, и ты просто уже до конца, как говорится, доходишь, этими даже взяли, этими колышками забиваешь колышки, это уже, как сказать, не первый раз забиваешь, я говорю образно, колышки эти, забил там это. Ну, что? Второй вопрос, что нет, значит, мы не можем даже тебе и доверять, как-то. Ты член совета деревенского. Не можем доверять. Когда ты где-то там с людьми, ты против, как говоришь, это поношение такое возносишь на нас. И, ну, что ты высказывал тогда, да что батюшка там, он сидит там со стеклянными глазами, там что-то там лопает. Нормально? Было написано, я попросил прощения. Вы сейчас это зачем упоминаете? Я это удалил. Он попросил, я прощения попросил, удалил. А если меня попросил, если я не сказал, то не удалил? Ну, так если я не знаю, если зачем, я не знаю. Зачем, значит, это говорить? Я бы стал говорить про кого-то, просто за дедушку. Мой дедушка сидит со стеклянными глазами. Не, ну если бы меня назвал дедушкой, хулиганом. Батюшка, дедушка, ты не хулиган. Ну, вы расцените этот поступок. Понимаете? Давайте я скажу еще. Понимаете? Подожди, Володя. Что подожди? Давай, это самопотеря. Значит, об общине. Действительно, я скажу так. Вот сколько я живу, общины как таковой нет. Что значит община? Стой, я тебя не перебивал. Не перебивайте, мы вас слушали целый час. Значит, не перебивайте. Значит, община – это общее все.
общие мысли, общие идеи, общее настроение. Все должно быть общее. Мы здесь христиане. Нам нечего делить. Мы не мусульмане, там, не католики, даже не христиане. Это постоянно поносит старобрячество. Дальше, кто вот это раздрает, уже раздрает, что ваши, наши там и так далее начали, кто? Это он им внес. Это на твоем, на твоей совести и в твоем грехе будет это дело. Дело в чем? Дело в том, что ты врагов начал это клеветать, и вовлекал, и вы же никто не попросил прощения, никто. На нас свалили тоже. Он на это самое, это что, большой духовности? Че к чему? Зачем это? Ты что, к себе святость приобрел или что? Я смотрю, над тобой уже венец прям сияет. Ну, что, не видишь? А, ну, какой ты тоже. Так вот я тебе хочу сказать, все из-за вас. Вы же разваливаете действительно, не он. Лешка тоже сиронизировал тогда. Вот видишь, я говорю, как надо за своими словами следить. А ты тоже не следишь. Вот. И здесь, значит, когда началось это все, после свадьбы, значит, тебе, понимаете, не дали снимать. Ну что? Ты бы сам подумал, не твои дети, не твоя свадьба. Какое отношение это идет? Если они не хотели сказать, ну, снимать, чтобы не снимали, не снимай, потому что знают твою натуру, знают твое состояние и все прочее. Поэтому не снимай. А тебе почем проще? Ну снимай, не снимай, ладно. А то нет, начал раздувать. Да начал, они бы, как ты сказал, они бы голову свернули. Вот смотри, мы отсюда, мы, я говорю, мы с ним, ну все, это по согласию. Ну, стоп, батюшка, я тебя не перебивал, мне очень хотелось перебить. Ну стой. А ты целый час говорил эту историю. Она всем известна. Зачем нам? Как строились? Ну подожди. Вот я ничего не сказал. Смотрите, он даже не дает мне слова. Не заглушай меня. Дай мне. Что? Не нравится? Ну это несколько раз вышло, это сейчас уже. Так вот, что? Ну все, ну, мне девушка. Спроси, я уже руку сколько тяну, тяну. Так я еще не сказал. Подожди, вот он час разговаривал, ничего. То, что всем известно. А то, что неизвестно, ты не хочешь. Так вот я хочу сказать, голос вернули, это дохлое болото, там все прочее, тараканье, жизнь и все. Зачем это клевета? Потом, как ты? Даже не, вы тогда все сидели, и когда это уже раскрылось, что не он это там словил, и все. Ты на него так, что это он, это мне Бог открыл, это все. И батюшка поддержал. А тебя только назвали что? Почетный гражданин. А что плохого? Почетный гражданин, он тебя не обозвал. Какое нахамство, все прочее, хамство, какое хамство. Чтобы назвать его Игнатия Тихоновича, надо заслужить это. А он высокомерный, это что-то, надменный, тщеславный, властолюбивый. Мы его знаем хорошо очень даже. Вы многие не знаете, поэтому молчите. Вы как зомби, вот окружил он себя с такими, которые вот перед ним перешагиваются. Вот так вот. Поэтому общину вы же разваливаете, вы. Мы бы никогда это не развалили. Когда и батюшка, говорю, батюшка, как ты видишь, грех допускает он, да, лжет на каждом шагу. Апостол Иоанн говорит, пишет, кто говорит, что познал Бога, а заповеди его не исполняет, тот лжец. Ты что, не слышал, не знаешь, не читал, сам сколько раз говоришь нам. Вот. Потом и многое подобное. Потом воля по воле Божьей, это что, воля Божья? Или вы говорите, если вы духом живете, по духу и поступать должны. Но какой же дух здесь? Какой дух? Это не святой дух. Ну, дух святой не разрушает, а объединяет всех. И мы, единичные тоже, мы христиане. Ну подумаешь, старообрядцы, новообрядцы. Для меня, допустим, это никогда не являлось разницей. Почему я благословил Андрея вот, взять в жену с православной? Так же и Марии отдать за православной. Почему? А почему ты-то так все это настраиваешь? Очень хорошо, да? Вот как вот вы сами подумайте немножко. Вот это общее, от общего, это здесь действительно общины нет. Ну нет и нет, все. Да, нет и нет. А потом, значит, вы помогли, там вы только делали, а мы нет. А кто просил вообще-то так сказать? Кто просил вас восстанавливать деревья? Это ваша инициатива. Я согласен, да. Хорошо, это хорошее дело. Но дело в том, что зачем сейчас упрекать? Мы. А здесь полстраны работало. И я работал, другие дети мои. Вот. И все помогали. И не надо. И сначала было у нас действительно
экстаз, какой-то подъем такой, знаешь. Ну, мы радовались все, все мирно, дружно. А когда началось вот такое, и ты его не остановил вовремя, ты имел власть, ты батюшка, он, ты духовный отец, и ты так потакал. Вот батюшка кому, а я тебе говорил сколько раз. И приводил примеры, вы не хотите слушать. Когда он у меня был, я пригласил его на беседу, и говорил, что это такое, мне Лукас или что? Встал молча и ушел. Я попросил прощения, он даже ноль. Валя подходит и говорит, ты что стоишь как истукан? И это что, хорошо? А что с ДНК? Зачем ДНК? Потом начинаете выкручиваться, все это изворачивать. Ну разве это по-христиански? Чего улыбаешься? Вот знаешь, что это? Ты просто, я тебе скажу, ты извини, я скажу, ну, у меня полный мерзавец, лучше ничего. А отец мой бы сказал бы про тебя сейчас, он бы сказал, у него такое выражение было. Это сейчас человек, он последней стадии подлый, человек последней стадии. Негодяй, вот и все. Негодяй в высшей степени, в высшей партии. Он говорит, вот такое ругательное слово было. Так вот действительно, вот зря, что он не увидел бы сейчас бы тебя, как бы, и как ты поступил вот это. Все стояли, сидели и молчали. А почему вы так удивились? Главное, одному человеку поверили, а всем все. А когда поверили, все, это тоже от ДНК, на всю страну. Вот ты сам в каком-то сейчас, в 52-й проповедь там, в каком же томе-то, я забыл. Ну это мы можем сказать. Ты пишешь так. Говоришь, что если я вот одного, говорит, одному там, ну, сказал неправду, или вот неправильно, или там в чем-то обманул, или, то говорит, это я его одного травил. А когда многие, то уже все. Вот ты бы, если бы сказал бы это в кулуарах, или пришел бы к нам бы, или там даже вот в нашем усилии, и никто бы тебе бы не сказал, ну ладно, ты же на весь мир, интернет надо тебе. Все, чтобы это все знали. Зачем? Кому это нужно? Кому интересно? Если человек... А у нас, ты когда сказал про ДНК, якобы, значит, что получается? Ты оболгал жену, оболгал сестру, оболгал мать в лице детей. Так получается? Значит, мать нагуляла или что? Так получается. И нам звонки стали. Это что, хорошо? Это по-христиански? От Духа Святого? Ну как ты вот этот... Смотришь, как это чувствуешь, у тебя действительно со стеклянными глазами, и ты бы хоть бы сказал, простите, я вот тут ошибался, или что-то, что-то, нет, что это? А где же сказано, наоборот, в православии смирение? Камень спасения в православии смирение. Ты что, не знаешь этого? Володя. Все, ладно. Люба хотела сказать вам. Я не сказать, я спросить хотела. У нас вот перед тем, как возникла эта ссора, летом Леша постоянно помогал Игнатию Тихоновичу. Леша, позвони насчет бульдозера. Леша, позвони насчет этого. Закончился сезон, так сказать, уехали. Леша, мы там забыли виноград закрыть. Ты, пожалуйста, сделай это. И когда вы приезжаете весной, вы начинаете на него бочку катить. Не здоровайтесь, он мой враг, вы его обходите стороной. Почему? Никто никому не объяснил ничего. Вот меня что интересует. Почему он стал врагом? Ну, он не смотрит, он не скажет. Все, помолчит, все, он так легче. Ладно. Хитрец еще тот. Если я так знаю, что вы понимаете, если защитить его. Когда защитить его. Защитить его. Вот что это не община. Значит, и да. Нет, и мы не такие, значит, какими должны быть. Мы должны быть такими, как он. Я сколько говорил, каждому свое. Ты, у тебя свое такое, у другого свое такое. Не можем быть. Нету. Должно быть, все должны мыслить одинаково, такого нигде. Да, такого общества нету, что все мыслить одинаково. Да никак этого нигде нет мыслить. Мыслить одинаково. Нет, и нет. Община, ты где? Ты видел такую общину, где чтобы мыслили одинаково? Нет такой нигде. Вот это никто и не видит. Нет, а? Об этом никто и не видит. Нет, он говорит, что община, это когда все должны мыслить одинаково там и жить одинаково, все, и поступки делать одинаковые, что все одинаково должно быть община. Не в этом община. Община — это общее дело. Делаем, какое общее дело делаем. Такую общину, я скажу, что, чтобы с таким уставом, как у нас, я больше нигде не видел, не знаю. Есть община? Да нет.
Вот. Поэтому где живешь, как говорится, с какого колодца пьешь, и в этот колодец плевать. Это очень нехорошо. Не надо. Было что-то между с тобой там или с кем-то, это всегда бывает. И в стаде бывает, коровы попадались, и потом вместе опять траву едят. Различили, кто там старший, кто выгнали весной, даже коровы разбираются, кто их. Определились. Он рассказывает, она говорит, что в том году была одна корова, а в этом году старая корова, говорит, сдала, говорит, уже молодая заняла, и это уже старая, ей подчиняется, уже идет, значит. То есть всегда это так было, везде. Вот. Наша община стоит только на том, что у нас принятый устав. Нет устава, там, где тот человек, я говорил, что он организовал, у него были средства, у нас не было, а у него были средства. Вот. У него развалилось все, и Глушков дом не достроил, бросил, уехал, переехал в Корчину, потом сюда переехал. Глушков оттуда. Почему? Потому что началось без устава, началось пьянка, воровство, драки было, и все. Он сейчас живет там в Мамонтово, каким-то делом тоже занимается, он деловой человек, нашел дело там что-то ритуальное, там это, еще там что-то. Павел Иванович Скрипачев, кажется, так его фамилия. Он нам помог, циркуляр выдал, еще там немножко средствами помогал нам, там, благодарны ему в то время, мы познакомились с ним, это было так. А в общине, чтобы было так, нет, главное что? Главное устав. Устав нарушается. Строить такое дело, задумать, и никого не поставить, даже не посоветовать и не поставить в известие. Как это так? У нас ни одного случая такого не было в деревне. За все 30 лет ни одного не было. Даже те, кто приезжали, люди как бы со стороны, ни одного не было такого случая. Ни одного. Это первый случай такой, что а я сам сделаю, и все. Не вы мне, не советчики здесь. Вот. Что вы можете мне присоветовать? Так говорили. Что вы там советовали? А вот вы делали плотину. С кем советовались? Советовались с кем? С тем, кто может дать совет, с тем и советовались. Уже. Нет, это такое дело. А это так сделать, это, ну, так не годится. Это, мы начнем пытаться, он завтра скажет, а я хочу вот там вот построить, где-то там буду, мне там нравится, я там буду делать. Так не делается. Если ты говоришь, община, покажи, что это именно община. Собрались туда община, а сказал, я вот задумаю такое дело делать, братья, как вы, одобряете или нет это дело? Поможете мне сделать? Такое дело сделать. Обсудили бы как. Так у нас вот. Середина деревни вся занята. А? Середина деревни вся занята. Как? Кто желает строиться, в Шруки на Камчатку. Единственное, что Леша пошел не в ту сторону, а пошел в эту сторону, и все. Да тетя Люба. Да почему тетя Люба, батюшка? Ну разве это тайна? У Игнатия Тихоновича 8 домов. И два участка не по застройку. Не восемь домов. Восемь. Уже один дом нету. Ну, минус. Ну, был восемь. И ни один не оформлен. Нет. А этот хотя бы начал с того, что... Как они? Ни один бы не то, что Игнатий Тихонович, ни одного нет Игнатия. Они не оформлены все. А попробуй возьми хоть один участок. Ну, ты желаешь строиться любой Горбуновский дом, Саманный, можем, тот, пожалуйста. Приезжал Сашка. Что почему так? Горбуновский не отдали? Да он не хотел, Саша. Да не надо, батюшка. Не надо, он хотел, нет, сколько раз говорил. У него уже отец лес загрузил, собирался ехать сюда. А Сашка не разговаривает. Сашка хотел, если бы Сашка хотел, он бы ставил, нет, ну, напротив бы взял Малютинский, если бы, ладно, если действительно запретили бы там Горбуновский строить, это, взял бы тот. А раз нет, я защищу. Игнатий Тихонович лидерствует, он где хочу, там покупаю, там строю. А вы, пожалуйста, уже пользуйтесь тем, что отдельно. Можете сегодня эти все дома, которые выкупил, сегодня их закупите. У нас, ваши, вот вы говорите, дом, я первый тебе Малютинский дом, а когда уезжали, я заплатил. Я за него заплатил, потом мне трудно, а как, я говорю, забирайте, куда ехать. Мы, чтобы сохранить как надо, человек уезжает. Далее. Горбуновский также, с Горбуновским я тоже рассчитался, ему дал дом этот. Приезжал Роман, хотел взять Мухинский дом строиться. Какой Роман? Племянник ваш. Почему Роман, не взял? Роман, племянник. Да, Роман это не сильно хотел это сам. Вот так, что не было. Вы сразу... До этого не было, даже разговора этого не было. Вот видите, что вы сейчас зачем врете? Я знаю, что он Жука, значит, я не знаю. Ну а зачем вы говорите, раз вы не знаете? Нет, не знаете. Во-первых, он бы должен познакомить.
поговорить с кем? Роман хотел... Он к Игнатию Тихоновичу, это ему был участок, он к нему и пошел. Да Игнатий Тихонов участок так стал лет 7, не больше. Ну так вот он в этот период и приезжал. В этот период он приезжал. Знаете, вы как маленький его... Как маленький... Ну что вы, тень на плите не знаете? Роман с города хотел сюда приезжать. Это разговор не было никогда. А потом насчет устава, устав действительно священный. Я вам низкий поклон отвешиваю за первые 15 лет нашего знакомства. Вот как только вы вернулись из поездки по Европе, по Востоку, вас как не знаю кто вселился. Просто знаете, вот с этой камеры, это даже в туалете хотелось вторую защелку сделать. Ну везде вы вылазили, везде. И почему-то постоянно от вас оскорбления. Ушла она, нет, вот она. Вы терзали их за то, что Венька сжег колье. Выяснилось, что сделал не Венька, сделал Анфим. Вы попросили у родителей прощения. Вы нас с Володей объявили любовниками. Вы у нас хоть у одного попросили прощения. Вы обрели князю Валентину. Вы написательно что собираете. Вот за первые 15 лет низкий поклон. Но то, что сейчас творит Игнатий Тихонович, ни в какие рамки не лезет. И, батюшка, я скажу, что устав, мы действительно за устав. Но устав должен быть построен на христианских принципах. Вы ухватились за пояски, там, за пуговицы, за платья, за все. Да это все подорвали. Христос под этих фарисеев сколько раз, десятки раз обвинял. Он, что вы хватаете за такое внешнее? А в душе-то, говорит, у вас гробы повапленные, говорит. Ну, надо-то, главное, духовный смысл вкладывать. И в это, чтобы устав наш был на христианских принципах. А то устав. А вы устав его подогнали под себя, еще вы власть. Володя, все. Володя, ты духовное в какие сосуды будешь вкладывать? Как это, какие? Ну в какие? Нормальное отношение, а не врагов искать и не клеветать. А наоборот, прийти и сказать, давай разберемся. Вот Игнатьева пришел бы сначала к Алексею, разобрался, а что за колышки, почему, зачем, как, и сказал бы... Я тебе скажу, Игнатьев, какой ты мне сейчас забыл, а колышки он не был, даже до шага не вступал. Вот он слышал даже. Он это самое, он зачем? Ладно, пусть не он. Зачем ты вешаешь? Ну послушай, ничего не сказал. Алёна, а ты поищи дома, что у тебя оказались кулочки. А так он их там положил. Кто-то он их там положил. Ты нашел их? И я. Да, конечно. Ну это видео есть, раз вы видео видели. Ну а кто? Я объясняю. Вот понимаете, вот слушай, в чем дело? Подожди, они где дома, ты их там нашел. Понимаете, я говорю, в чем обидно? Обидно в том, что наши отцы-основатели, низкий поклон, я всегда говорю, за то, что основали эту деревню. Вот. И то, что я высказываю, разные точки зрения, я молодой. Я батюшке сказал, он, правда, поправился, мне это подарок. Он говорит, ну мы и не называем, что наша деревня развивающаяся. Мне уже немножко приятно. Он даже спросил, а как ты думаешь, вот, что бы надо сделать? Мне тоже стало приятно. То есть какое-то понимание есть. Вот. Я не оскорбляю, я говорю по-честному. Ну Бог мне так положил, по-честному говорить. А у них получается такая пословица, друг, который медом машет. Да нет, друг, который правду скажет. Колышки пошел, еще раз, я здесь только что объяснял. Говорит, ты когда нашел колышки? Это его почерк. Когда ты нашел колышки? Вчера. Вчера мы нашли. Я говорю, когда мы жили в лагере. Вчера, в воскресенье. Да. Они приехали в субботу вечером приехали. Да. Ну да. И когда он ходил, даже туда ходил, ты когда был? Прям времени не было совсем ходить. Да. Почему? Это ты бы так сделал? Ты бы так сделал, что ли? Слушайте меня еще. Я тебе говорю, что там не было. Я просил, Володя попросил. Я сам звонил. Я говорю, что Игнатий Тихонович учил нас в лагере так. То есть как разведка. Это туда, это сюда, здесь все свернуть. Поэтому я предполагаю, я не утверждаю, что это он, как он, на 100%. Я предполагаю, что у него есть все мотивы, тем более он до этого говорил своих книгах. Ну ладно, ну, я говорю, сейчас приеду. Колышки вы выдернул. Что это? Ну, какое преступление, допустим? Колышки выдернул. Что? Если тебя уже оформил условия, то колышки... Нет, Тихо. Я сейчас делаю... Нет, я сейчас делаю... Я не буду сейчас ничего придумывать. Сегодня выходной. Завтра я позвоню кадастровому инженеру. Вот, они знают этот закон. Вот, я спрошу, скажу, вот как это вообще? Как это нормально, нет? Я же не могу его 10 раз приглашать. Что, ты позвонишь, а что ему скажешь?
А? Я скажу, вот смотрите, вы оформили участок, точнее, вы мытычки поставили, да. Участок оформляется, и сейчас какие-то недоброжелатели взяли и убрали границу участка. Этого нельзя было делать. Все, ну, еще приедет, раз поставили. Так а кто за это платит? А мне зачем этот участок? Твой участок, ты платил. А вот, я не могу 10 раз платить. Ну, не хочешь тогда, зачем начинать это дело? Зачем? В смысле, зачем начинаешь? А это нормально в христианском обществе, что кто-то взял вот это и выдернул? Что, я просто вас выдернул? Я убрал за руки получил. Вас так интересно, слава Богу, по-честному сказали, что это я сделал. Я сделал. Да, все, я сделал. Я объяснил, почему это... Все, я с дороги убрал Колышек и все узнал. Нет, просто я помню с дороги, я один убрал бы. Ну, он, если я не шарится, я два убрал. Три. С поля убрал, с дороги да. Убрал. Три. Из-за этого возникли проблемы. А я сказал, что это было не окончательно. Потому что... Это еще... Я скажу так, если это так, то это не окончательно. Потому что здесь будет даже через суд будем оспаривать. Потому что это не восстановление поселка, это нарушение. И это... Соответствует или нет там, другим нормам. Хорошо. Что там будет строиться, должен документ. Там что будет строиться там? Угу. Туристический хорошо. Центр. Хорошо. Так, а что для этого нужно? Кто сказал туристический центр? А что? А кто, ты что говоришь? И то, что я сказал для детей, я ничего не собрал. Это будущее. Ну вы не думайте о будущем, а у меня дети, у вас. А зачем ты сейчас переселил шоу? Зачем? В смысле, я сказал это для детей, я это вам пояснял, и вы все это извернули и уже в другом виде. Вы-то зачем лжете? Я сказал, что это для детей, я не отвлекаюсь от своих слов, для детей. Ну, для детей, что для детей, чтобы дети ходили туда играть? Нет, это ваши слова, я сейчас не сказал такого. Ну, а для детей, чего? Если есть дети, значит я должен здесь показать привлекательность этой жизни, научить их зарабатывать деньги, чтобы они сюда вернулись. Зарабатывать деньги, пока нет. Ты умеешь сам зарабатывать, как они будешь учить зарабатывать на деньги. Я отец, я должен после себя что-то им оставить. Я вам вопрос задал, что вы после себя оставили, кроме статуса деревни? Вы почему здесь ничего не сделали? Так, и это мы разговаривали лично. Что мы ничего не сделали? А? Ты-то же пришел на готовое сюда. Статус электричества. Да, статус или обум, я все строил, все я сам. Что ты строил? Покажи ты свои стройки, покажи. Я помогал строить. Я говорю, я дом, сарай, забор, я с протянутой рукой не хожу. Дом построил? Да, конечно. Это я построил. А мне говорят, а что ты тут сделал? Так я простой член деревни, я построил дом, я участвовал в общественных делах, я участвовал на Рыжковском, забивал эти коли целый день. И получил от Игнатия Тихоновича такую фразу: что ты тут ходишь, трясешься со своим уставом? В смысле? Как вы так можете? Он сейчас скажет, что не помнит. Естественно, он скажет, что не помнит. Это было такое. А я приехал, напечатал устав. Интересно, батюшка, мне поражает ваше неуважение к обществу, к нашему. Вы сейчас читаете устав старый, но мы здесь, и вы тоже сидели на собраниях, мы собирались, сделали правки в устав, вы тоже голосовали. Есть акты, вот. Так, и что? И есть устав в новой редакции, так как бы его и нужно зачитывать. А где он в новой редакции? Ты его составил? Сходите, у старосты он должен быть. И что, он отличается от этого? Ну, почитайте, почему вам не интересно? Он отличается немножко. Чем отличается? Потому что мы вносили дополнение. Многие пункты изменены. Я сказал, мы вносили дополнение. Ну, дополнение, согласен. Так а почему у вас такого неуважения? Почему такое неуважение? Ну, если вы думаете о будущем, вы сами голосовали здесь за это. А садимся. Какое неуважение? Чему? Устав? Вы пришли со старым уставом, за который. Ну, старый устав, он только нет тем дополнения. А дополнение здесь не касается к этому. Почему нет? Почему нет? 13-й пункт, по-другому звучит, который вы зачитали. А потом старый. И мы голосовали, и вы в том числе голосовали за это. Остановились. Так. 13-й пункт. Говорили, да? Вроде да, 13. 13. Засчитаем 13. Вроде. Правда? Не подчиняющийся уставу всему, предупреждает, или после трех грубых детских нарушений исключается. Прошу прощения, не 13. Вот вы читали про дом, где строить, я могу ошибиться. Где ставить дом, какие деревья, какие срубать близ дома, все это слышали, старше. Все. Да, он по-другому звучит, как он говорит, как? Звучит. Ну, почему вы не пришли на собрание? Так, по-другому звучит так. Что где ставит дом, не спрашивая никого не ставит. Ну, что так по-другому? А почему вы не пришли с новым уставом? Зачем? У меня вот он устав. Так а почему у Барабашей
есть устав в последней редакции, они старосты, у них да. по всем домам раздали новый устав. Ну ладно, это попадется, мы не раздали. Как? Ну как этот пункт, как в новом уставе звучит? Ну прочитайте, ну, почему у всех есть, а вы не знаете? Я не помню. Ну, значит, для благословения не надо спрашивать. Так, ну, да не об этом речь, мы сейчас не об этом говорим. Ну, у меня на машинке напечатано, у тебя на компьютере напечатано. Потому что мы вносили правки, мы все голосовали здесь. Понимаете, мы все голосовали. И вы тоже, в том числе, поднимали руку, есть акты. Ну, куда еще лучше, как разговаривать с вами? Я даже сидел, типа, о чем ты разговор ведешь? Что я? Значит, где-то мы нарушили устав какой-то. Вот не на той бумаге написано устав. Нет. Я сказал, что это неуважение к обществу. Вот я к чему. К какому обществу? Это община. Это общество. Вы говорите, община. Это общество. Общество. Ты считаешь, это общество? Это общество, община. Община, я говорю, а я вам говорил. Вы бы честнее выглядели и сказали бы, что община так, как вы ее видели. Да, аминь. Да. Я это тоже признаю, община только так, как это вы. Да. Это не первая христианская община, потому что я посмотрел. Так, ты, хорошо, я даже на него посоветую еще что. Угу. Ты где-нибудь вот в Урале, Сергей, возьми и сделай общину, сделай пожалуйста. Вот я сделал по первому апостольскому. Вот так вот надо делать. Я согласен. А когда сейчас... Это, я бы не так сделал. Можно вам руку пожать? Давайте договоримся. Договоримся? Сделаешь, когда так возможно. Нет, почему? Как бы заключим пари. Заключим пари, только единственное, что я скажу. Верните мое здоровье, которое я потратил, будучи ребенком здесь на восстановление потеряете. Ух ты. Да, на счет. Я это скурек не ставлю, я это говорю как пример. Мы все лето здесь работали. А что, у кого после? Таскали по 6 кирпичей, и нас это хвалили. И у меня теперь спина болит, я теперь не могу встать там. Ну, нет, можно смеяться над этим, понимаете? Это не доказано. Ну почему? Да вы смеетесь, по вашим лицам видно, что вы смеетесь. Вы считаете, что дети мало? Я не ставлю это Богу в упрек, потому что такова была воля Божья. Это может быть лучше для моего спасения, но я просто констатирую факт. Что верните меня туда, и тогда заключим пари, я где-то что-то потому что для меня эта деревня, она не просто чужая. Я сюда вкладывал душу, и до сих пор вкладываю. Так, я значит ставлю так, больше так, не можно продолжаться уже. Нет, по себе жить, себе жить. Из устава, из совета деревни я предлагаю исключить, и из общины тоже. Так не годится. Очень большое это наказание. Да пожалуйста, делайте, что пожалуйста. Хотите. Делайте, что хотите. Вы сделали. Такие умные, все только знаете, а нас пренебрегаете абсолютно. Наше мнение ваше никого не интересует. Вот и все. А с кем вы-то, когда вы принимаете какие-то решения, сплотили даже, действительно, почему бы не посоветоваться? А что, вы считаете ниже своего достоинства или что? Ну, это тоже совершенно неверно. И вы все это нормально считаете. Мы не дети малые уже, запомните. Ладно. Когда мы здесь помогали, у нас кости трещали. Спины это самое, все прочее. Я глянул, вот где Матушкино озеро называется. Я помню, как мы слетали, носилки вытаскивали, аж трещали носилки и спины. Ничего нормально, сколько саман делали, потом себе саман делали, вот, так. Когда вытащил жил. И все мы не делали. Успокойся. Сколько помогали, успокойся. Ну, пока я. Пускай. Все. На работу надо идти. Бессовестное просто, больше ничего. Ну, совести нет. И я скажу, Игнатий вообще в моих глазах он вообще не верующий. Он просто приспособленец, больше ничего. Кто? Он в себя поверил. Вот Игнатий Степанович, да. Все, вот и ладно. А ты пока такаешь. И я сколько примеров из Библии, что потакать, это грешник, на тебе от его не останавливаешь. Я не один раз предостерегал. Ты можешь обвинять меня, его... каких-то там плотских грехах, но никогда не касайтесь духовного. А духовное как раз и стоит, а потом плоть, не, именно духовное руководствуется, а не просто вот так. Верующий, там, и вот это все вы крестите, это ничего не значит, это там штукатурка одна, это все. Никто не говорит, нельзя так. Крещение. Они не приезжают, покрестились, где они есть? Ты говорил. Да, я говорил. Ну почему? Подожди, я не говорил, что это ничего не значит. Ну что? Он покрестился, он ушел в мир, скажем, да? Почему такой он ушел в мир? Человек.
Ну, ну почему? Ну что, разве зря какого-то? Я обидчивый. Потом он, может, возрос, может, сам заниматься стал, да? Он еще говорил, а давайте как-то вместе, вместе жить, развивать. Зачем? То, что вы меня исключите, на мое духовное состояние это не повлияет. Понимаете, Тихонович, я сказал дважды. В прошлом году влияет на состояние только общины, то, что есть. Потому что нет, это разлагательного этого тебя, как ты разлагаешь. А вы вспомните, слова, когда про Иисуса Христа говорили, там один стал говорить, а чего вы так переживаете? Если это дело Божие, оно устоит. А если это не Божие, оно и так развалится. Помните, фигом это говорит, и все. Ну вот и все. Поэтому давайте все на волю Божию оставим. Зачем это? Да. Я Игнатию Тихоновичу сказал в прошлом году два раза, что если это не я позвонил, а ты меня обвинил, тебя Бог накажет. Вот. До того момента, если ты успеешь попросить прощения, то, слава Богу, прощение не мне нужно, это ему нужно, вам. Он обвинил, вы поддержали. Вот. И вы только сейчас, прошел уже целый год, да, и вы только сейчас тут обвиняете что-то. Я говорю, столько было там приездов, столько там, так бы сказал, так, обвинили Алексея, но выяснили, нет, что это не он. Два слова, все. Все. Ну. Нет, молчали, на суд, как вы помните, как мне на суд? Не ходи, не ходи, я же помню эти глаза. А кто вызывал на суд? Никто не вызывал тебя на суд. Бог положил на сердце приехать, потратить время для того, чтобы вызывал, спасти ваши души, чтобы не дальше не накрутили, не наврали. Спасите, надо же, я думал. Сказали, да. Приехать на суд, спасти наши души. Ты что думал, что ты... Бог тебя все наградит. Апостол Павел говорит, я не сужу его, и не надо. Ну Бога. Так если я это не делал, он меня помогал. Согласен, что нет, я в этом не было. Кто суд-то не то, кто это позвонил. Об этом не было разговора. А вы-то что боялись? Вы думали, что я на суду буду разговаривать, а ко мне там никто слова не дал? Вы-то зачем так тряслись-то? У вас такие испуганные глаза. Я заботился о спасении твоей души. Да не надо. Нет, дай мне. Спаси Христос. Своих спасает, батюшка, лжи допускаешь. И Игнатия тоже я делаю. Это ж не серьезно, меня бы вывели и все, но вы же взрослый человек. Понимаете? Тем более к делу это не пришло. Значит, предлагаю проголосовать за что община защитила. Вывод такой, что община никакая нет, это здесь община нет. Зачем тогда такой член быть в общине? Желаю жить отдельно. Значит, батюшка от меня защитит, благословение-то и не надо, если я хулиган. Зачем? Ну, как это называть? Взял, просто вы... Ну, я его не назвал хулиганом, это ваша интерпретация. Я сказал поступок. Я вас не назвал. Маленький поступок хулиганский, это я, это кто? Хулиган. Кто? Человек, который сделал поступок. Человек-то нормальный. Хулиган. Человек нормальный, который сделал оступку. Я не говорю. Ну что, поезжай. Вот такое отношение за... 45-летнюю, у меня не было ни от одного человека, чтобы кто-то так сказал и обозвал. Никогда. Ну, что сели, то и даже были враги, такие враги, которые просто желали, чтобы, ну, досадиться. И то так не было. Никогда это такого не было. Ну, что правильно сделал, ты видишь, отец пойдет, правильно, что ты сделал, так обозвал батюшку. Почему тут отец? Правильно. Никто не. Я вас не обзывал. Апостол Павел больше всего любил блудников в Коринфянах. И поэтому, говорит, предал его сатане. А все те, кто его, говорит, лелеет, все те как раз его ненавидели и не любили. Златоуст, Иоанн Златоуст говорит. Вы, правда ради, скажите, что Алексей здесь самый больше всех, кто благословляется постоянно. Батюшка, благословите, поехал. Он батюшка благословит. Я тебя благословил, выходит так, я тебя, ты поехал, когда оправил эту часть, я батюшка благословил. Мама, да я не знаю, зачем поехал. Мамочка, меня батюшка благословил. Нет, я про то, что я соблюдаю устав. Я сюда приехал в обществе. Хорошо, ты такое там строишь. Ты у кого-то посоветовался, спросил благословение батюшки, я хочу там строиться. У вас нет. Нет, а почему нет? У меня есть духовный отец свой. Кто, отец Никола? Да. Ну хорошо, я с ним поговорю, расскажите мне. Я с ним поговорю. У меня есть как отец Никола может благословлять, что делать у нас в деревне? Ну... Как? Я всегда благословляюсь. Всегда благословляюсь. Нет, ну ты благословился там, но ты здесь член считался, еще членом общины считался. Ты почему не с кем такой? Брат есть старший. Я как бы не хотел, говорит, могу сказать. Вот и сидит человек. Вот он говорит, когда, говорит, постоянно куда-то раньше надо поехать, приходишь к батюшке и говоришь, батюшка, благословите.
хотим поехать. Ой, да зачем, да куда-то. Да. Поэтому он говорит, я как перестал ходить благословляться. И вот вы на днях спрашиваете тетю Любу, а куда Андрей поехал? То есть батюшка спрашивает тетю Любу, а куда Андрей поехал? Помните, когда староста, то есть, ну, это как наш начальник, поехал в Томск, батюшка ему звонит, он говорит, мы в Томск едем. Батюшка снова духом не знает, что он в Томск поехал. Да как бы, ну, ничего и страшного, ну, так, всякое ну, бывает. Что ты привел к чему или что? Это привел, что ничего страшного как бы в этом не случилось. Ничего страшного. А Игнатий Тихонович при всех сказал на вас, есть свидетели, говорит, а ты здесь вообще никто. Игнатий Тихонович сказал на вас. Про тебя. Ну так вы как-то разберитесь, кто из вас. Мой разберет, как относишься? Если он главный. Ну это никто, он неверующий, он Бога не знал и не знает никогда. Это кто вы говорите? Нет, пропасть. Обращайтесь с ним как с неверующим. Это ваши слова. То есть священник благословил, обращаться с ним как с неверующим. Ты-то верующий считаешь? Я, да. Верующий. Ну да, если ты так оригинально, за что ты веришь, то обращайся так, как это. Где так это? Ты-то написано, верующий. Ты верующий, значит, христианин. В Библии написано, и будет он вам, как язычники мытарь. А язычники мытарь, ну они вот они, я с ними здороваюсь, я и с ними буду здороваться. Я говорю, приходи, чай попьем вместе. Ага. Он для меня не враг, из моих уст ни разу не вышло слово, что он враг. Да. Нет, он дядя. Вы заходите. Все шишки, которые сейчас сыпятся на голову Игнатия Тихоновича, вы принимаете на себя. Разговор идет о том, что почему Игнатию Тихоновичу можно оболгать, все можно оскорбить и при этом никогда не попросить прощения. Вот о чем речь. А отсюда и все последствия. Подождите, вы это все это говорите так, оболгать и прочее. Да. А разве это не можно? Вы сейчас на деньги сослались. На деньги. Вы сейчас даже вы все сводите. На Игнатия, где бы не разговор, потому что он обязательно хочет на Игнатия. Игнатия, значит, как красная тряпка для быка. Так это стало. Понимаете? Да. Мы-то сейчас обсудим о другом говорить. Говорим о создании общины, как постановить. А вы же видите, что община развалина. Отсюда все идет. Рыба портится с головы, вот у нас голова. Учил, учил, учил. И папа начал отступать от того, что учил. Я когда батюшка вам задал вопрос, вы завтра пристанете ко Христу. Господь скажет, первый вопрос, вы в прошлом году Алексея оболгали, как вы об этом оправдаетесь? Вы промолчали, понимаете, вам сказать было нечего. Я говорю, так давайте здесь поиграем в эту игру. То есть ты уже так решил, что если нас упрёт, то разговор сразу начнется только о тебе. А я говорю, давайте поиграем. Нельзя играть? А почему нельзя? Давайте здесь, пока мы живые. Так, нельзя. Пока мы живые, у нас есть воскресание, но Господь меня спросит. Как ты там к Алексею просился? Нет, нет. Вы же как избранники Божии. Нет, не было такого. Не было такого. Когда я сказал, мне Бог положил на сердце, я это сказал. И как вы вскипятились? Ну, ты разговариваешь с Богом, вот иди разговаривай. Ну, я думаю, священник, вот. как так может сказать? Зачем так? Священник, Собираешься сейчас. Я сказал такое. Сказал? Я перед Богом говорю, сказал. Перед Богом. Да, перед Богом. Я поддерживал лошадь. А я не клянусь, Все нормально. А вы же говорите, да я это не помню. Батюшка, как ты это? Так вы же честный человек, почему не помните? Нельзя. Идет время. Он говорит, мы одно, целое. Пускай голосуют, все, время, давайте, пускай голосуют, уже чай пойдем. Не будет, пускай хотят они, да. А мы поскольку не будет продолжать. Да, не будет, потому что вы не хотите нас слышать. А мы вас тогда в таком случае, вы не уважаете других, и мы не уважаем таких. Все. Не надо нам таких. А то все, мы виноваты, что-то выискивают, что-то зло. Вместо того, что так вы же мудрые. Любому мудрее мы себе обречать, ага, как бы не так, враги, все, не общайтесь с ними, никто не заходите, ничего. Что это такое? От высокой духовности, от любви большой. Фу ты. Еще говорю, что на занятиях, а что там на занятиях? Зачем такие знания, когда от них не делается сердце чище, вера крепче, а любовь же это не Володя, никакой не ищет. Володя, ну остановись, ты духовно остановись. Все знаешь, ну зачем ты сейчас? Зачем это? Надо обвинять то, что нету этого. Остановись.
остановились. Вот взяли бы по-хорошему и обои бы попросили бы у наших семей все прощения. Нет, вы не просили. И их хочешь все, чтобы уважал. Ты же говоришь, что мы с одним едино, а потом начал издевать. Нет, мы, я просто с ними согласен. Опять все. Боже, ну что ты будешь? Голосуйте. Кто до конца? Ладно. Дай Бог вам разуму. Вот. И дай Бог Богу, чтобы все бы вы поняли бы. По-настоящему, а не то, что так выяснить все врагов, да все, все плохие, а вы хорошие. Каждый сам за себя ответит, в конце концов. А то начинает там пуговка, пояс, там то, все. Ну, да я вот просто, простите, я просто выскажу свое, пока у нас есть возможность. Все. Но не все еще. За второстепенное хватает за главное. А главное так, ничего не да. Вот и да. Не надо этого начать, не надо хитрить и мудрить. Так, ну, здесь ничего сказать, уже нечего не сказать. Да, мы сказали все. Остается все на том же друг друга, что нет и нет. Таких случаев не было, у нас это первый случай такой, значит. Ну и вы сами его скомпрометировали. Я предлагаю только одно, как было уже говорено, я давно это, но... Думаю, еще как бы может быть это, но идет все дальше и дальше, уже даже вот с этим участком, что, наверное, мы так это тоже не будем оставить, мы это все равно оспаривать будем этот участок. Так не годится. У нас восстановление поселка идет, а не так, что где-то что-то. Строится 50 метров в сторонку, как идет улица, там строится надо. И там будет кадастровый инженер, мы вызовем кадастровый инженера и дальше. Сейчас это он, значит, нет, значит, община не нравится. Не нравится, смотрите, вот община, свою общину компактно. Я предлагаю, значит, из общины, из церковного, из этого приходского совета Алексея защитить. Из деревенского. Да, из деревенского. Из деревенского. Из деревенского. Освободить. Этому, этим он, как сказать, и сказать не, ну, сказать, ну, не сколько не держится этого, нет, все равно там, что в общем не в общем не быть, это мне все равно это. Нет, это ваше решение, я не сказал все равно. Да. Вы решили все перед Богом. Сказал. Давайте все на Божьей воле. Не раз я говорил, он сказал мне один раз, что пренебрежение, что это не община и прочее. Такое. Я вам объяснил, в каком смысле все. Да, в каком смысле. Все. Смысл здесь один. Сказал мне, это не община. Дальше вот. Переворачивает. А таких, как первохристианских общин, я нигде не видел и не знаю. Ну так 70 лет прожили, а почему? Потому что нет. А куда вы ездили? Где вы были? Честно сказать, вас пригласил отец Владимир, вы даже туда не можете съездить. А взял бы съездить, пока не решался. Пока не могу. Я посоветовал всем людям, которые там живут и съездили. Посмотрели, ничего, говорит, нет, ничего там это нет. Какие-то советы одного человека послушать, который. Да, они там не верующие, а ты-то сам верующий. Сейчас о чем говоришь-то? Не надо об этом говорить уже. Ну вот. Остановись. Они не верующие. Знаешь, что да, там ты увидел там община. Пусть там будет община. Вот. У нас какая есть, но будет. Значит, пока запомни, я говорю, что пока мы живые, мы не отдадим на растерзание то, что с таким трудом было создано. Конечно. Ни за что. Конечно. Не надо. И ждать нашей смерти, когда бал правит, не надо. Это ваши слова. Ваши слова. А можно я озвучу на камеру? Батюшка сказал, батюшка, как бы, ну, человек, который... Камера работает. Батюшка, как человек, как будто бы думает о будущем, сказал такую фразу, которую можно прям в лозунг. Он сказал так, прямая речь. Дайте нам спокойно умереть, а потом правьте бал. То есть они, ну, дайте нам спокойно умереть, фраза не подразумевает, что давайте вместе как-то. И это он сказал на полном серьезе. А потом правьте бал, то есть это говорит о том, что они после себя оставили там нефтяные вышки, что вы там, зажравшиеся молодежь, что мы вам вон сколько всего оставили. Ну, понятно, это уже перестать там все оставили. Ну, почему? Почему? Ну. А ничего, потому что мы ничего не оставили, а сама на стены. То, что могли то сделать. Крапиву и комаров. И мог их сейчас поставить. Мог, что можем показать людям, вот потом. Мог это хорошо все сделать. А мы делали то, что было, делали. И все делали своими руками. За все 9 лет вы первый раз сказали, хорошо сделал. Спаси Христос. Хорошо сделано, да. Все сделано хорошо. Спаси Христос. Но можно было бы сделать, я тогда говорю, сейчас можно было бы 10 раз дешевле сделать, да. И приятнее. Как Геннадий Тихонович, у которого все валится вот так вот через год, а потом говорите, сходи к нему посоветуйся. Я говорю, это что за безумие? Сходи к нему посоветуйся, человек, у которого все валится, все развалится, который ничего не может сделать нормально.
Я-то что соврал? Я честно говорю. Ну не нравится. Ну представьте, ты в этом строительстве не мог посоветоваться. Но в другом ты мог что-то посоветоваться? Тоже мог посоветоваться? Да мог, но он элементарных вещей не знает. Алёш, не надо, не надо. Ты... Сейчас я опять возвращаюсь на то. А вот это, мне говорят, да, я не знаю, ты мне задал вопрос, а вы знаете, что там называется? Я ж по компьютеру кто-то сказал, там какой-то код или как код. Я говорю, я не знаю, что такое. Ага, вот не знаете, а что такое криптовалюта? Да я говорю, я не знаю. О, вы ничего не знаете. Так получается, вы просто пытаетесь рассуждать что-то. Я говорю, вы же о будущем, вы должны в ногу идти со временем. Да, со временем. Ну нельзя же, люди уже в лаптях не выходят. В ногу надо идти не со временем. Нельзя со временем в ногу идти. А мы должны идти в ногу со Христом. Со Христом. По пути, по Евангелию. Вот что. А не так, что время сегодня. Сегодня не надо чего. А это не важно, тут там какая одежда, это не важно одежда. Вот оно, пожалуйста. А время сегодня такое, что у тебя дети растут. Если со временем идти, то он подрастет, скажет, а я хочу называться не Назарий, а Назарий. Это идет к этому, это скоро придет. Речь-то не про это. Павел жил ногу со временем, жил в палатке, так и жил в шалаше. В этом, как раньше, первобытный. Он жил в палатке, он зарабатывал, он ездил на кораблях. Нет, взял бы там на лодке. Все в палатке, но это в укор тем, где он жил. Я, говорит, мог убрать с вас, но я не брал, своим трудом добывался. Да не об этом речь. А вы мне, ты мне укоряешь, вы вот уйдете, развалины после себя оставляете. Развалины. Это был личный разговор, да. Развалины. И я мог, как отец, я пришел как отец сыну, я так и сказал. Поэтому не надо ничего выносить сюда. Так и сказал. Это мы лично поговорим. Да, я пришел как отец, как сын к отцу. Развалин. То, что есть, то есть. Бог полагает на сердце. Я просто, если честно, устал увещевать. Да простит меня Господь. Говорил все честно. Ну ничего не врал. Как ребенок. Все ты честно. Устал меня увещевать, да? Не вас. И Игнатия Тихоновича тоже, да. Да. Бог видит мое сердце. Никакого зла, никакой там придумал подкоп какой-то и подобщина. Все это от любви сказано. А? От любви все сказано, да? Все сделано от любви сказано. Высшая любовь, я ее сам еще не постиг. Вот. Но то, что во мне есть, вот какой-то зачаток, да, к любви. Все. А то любви, которая есть, мало во мне любви. Я еще зимой сказал, помолитесь, во мне мало любви. Поэтому я написал такую фразу и попросил прощения у вас. Было бы во мне больше любви, поступал бы по-другому. Я человек, которого вы уже несколько лет тут уничтожаете. Но со мной Господь. А то учат, а сами не очень-то. Голосуйте, поднимайте руки. За кого? Да пускай кого хотят избирать. Нет, да и выбирают. Пускай кого избирают. Раз они такие все пренебрегают нами. За нарушение устава и недоброжелательное отношение к уставу и к общине. Нет, к уставу не обычно. Вот. Одно только. Я предлагаю, чтобы исключить из общины. Пусть живет свободно, как желает, по своему, кажется, уставу и прочее. У нас мы никого не принуждаем, у нас свобода. Кто желает, тому уехал куда-то, может, там жить, здесь. Живи по своему уставу, живи как чужой, по себе. Ты для нас становишься как чужой. Ага, я ни с кем не согласен, вот я только прав, остальные все неправы. Я так не говорил. Ну не говорил, да говорить не надо, об этом дела говорят. Зачем говорить-то об этом? Давайте с прошлого года начнем сначала. А раз не можете, вот так. Давайте, кто за это предложил? Исключить Алексея из деревенского совета. И тут народу сейчас помолвится. Кто здесь, кто бы выделил? Кто за предложил? Ну, его не нужно. Какой здоровый? Кто против? Я. Ну, я не считаю, что это не будет. Ну, я против тоже. Это просто незаконно. Из-за того, что не по их пошли. Вот и все. Я тоже, кстати, в деревенском совете. А там даже ни разу нас не вызывали, ничего не советовали, абсолютно ничего. Вот. Все. Еще и что-то оправдывается, боже мой. А других обвиняют. А на себя-то посмотрите, Дело, учителя. А у тебя духовные. Есть протоколы, вот всех собрали, да? Ты же у нас будешь. Значит, у тебя должен быть протокол, хотя бы один, где выносится решение или деревенского собрания, или деревенского совета.
что мы разрешаем Игнатию Тихоновичу приобрести очередной дом. Есть такое? Да нет, ну перестаньте. Нет дома не приобретенный. Дома оставлены в пустыне. Значит, все. Нет, это не вопрос, я не понимал, не решал. Почему вы хотели за дома эти? Да когда хотели поселиться, он все нет. Бог хотел поселиться. Тебе уже говорили, батюшка, опять ты свой. Хотели за Сашу? Вот Саше не дали поселиться, Саше не дали. Не только Саша, Роман хотел. Мы видим. Я Саша разговариваю. Ну не было, значит никого не было. Все. Дозволите поистину, можете обратиться, Христу блаженную или непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Рочную, сущую Богородицу тебя величает. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвенно причисти Матери всех святых, помилуй и спаси нас, Господи. Будь милостив, Господи, благослови, устрой все по воле Твоей святой, за все милости Твои к нам и щедроты, Господи, которые Ты окружала нас до сегодня. Слава Тебе, благодарение, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спасибо, Христос.